Всем привет! Мы снова с вами. Здрасте, здрасте. Обещанный стрим по Звездным войнам. Вот, это все происходит. Мы рады, что мы наконец собрали технику и вы до нас добрались. Вот. Определенно. Просто происки повстанцев, конечно, империя хорошая, все это знают. У нас есть Дарт Вейдер, а что есть у вас? У нас есть мы. Тоже. У нас есть лапки. И сейчас, конечно же, эти потрясающие существа, потому что людьми их назвать язык не поворачивается. Вот. И начнем мы вот с этого приятного зеленого джентльмена. Я карандашарец, я ящерка, я прекрасен, в отличие от них, тупых людишек, ну и веселые рожки. И я медик этой партии. Да. Самое доброе существо на этой планете. Татуин. Ненавижу Татуин. Песок. И солнце. Да подожди, мы еще не сели, может, мы разобьемся еще. Узнаем наших пилотов. Да. Между прочим, еще никто не жаловался. Я жалуюсь. Ну, дай прошу, обычно не жалуется. Ну, ты всегда жалуешься. Просто не хватило никакой удачи. Она ходит? Да. Я Альт, и я за брак. Веселые рожки. За что? За брак, да. За брак. Все хорошо, да. Ну, понимаете, в наше время почитать семейные ценности – это важно и… Конечно. Да. Уважаемо. Уважаемо. Да, уважаемо. Конечно. В данной команде величайших героев сопротивления я попробую поспорить с этим. Мы величайшие герои сопротивления. Мы величайшее бедствие сопротивления. Неважно. Величайшее. Мы величайшие. Трагедия сопротивления. Я выполняю роль разведчика и… временами пилота. Когда все плохо. То есть всегда. Ты помнишь, что главный наш пилот это я. Да? А, да. Говорят, здравствуйте, наши любимые герои. И вам здрасте. Молчи, перец. Чего? Ну ты же не герой. Я любимый герой. Ведь на экране твой любимый герой. Все четко поделено. Он любимый легко на старенькой немецкой кассете. Гуд, гуд, это я. Продолжайте, не стесняйтесь. Моя очередь. Меня зовут Лен, фамилия Никс. Совсем как у моего старика-папаши. Меня... Я отношусь к числу людей. Не то, что некоторые. Мы из Карелии, кстати. Я... На все руки мастер, вожу нашу замечательную птичку, именно повинуясь моим рукам, она отправляется в полет. О некоторых чешуйчатых я бы попросила помолчать. Ну, в общем, всего понемножку там улыбнусь, здесь что-нибудь скажу. В общем, занимаюсь контрабандой и... Много чем еще. Самое лучшее в тебе, что умеешь рулить. Нет, самое лучшее во мне это то, что я выиграл у тебя этот корабль. Да, к сожалению, так сложилось. Есть у меня некоторые проблемы с азартными играми. Но зато мы подружились таким образом с моей новой подругой. Это они втянули меня в такое, в такое. Предлагают мрачного укусить. Я бы на Татуин не сунулся. Ну, черт возьми, я рада этому знакомству, потому что мне очень нужен был пилот. Корабль у меня был да всплыл, теперь устал ее. Но зато мы вместе на нем прекрасно катаемся. То и дело наше, да. Там такие бары. Да. Зовут меня Кайла Антилес Метанай. Я дочь Бейла Антилеса Салтерана. Человек я взрослый и умный, единственный во всей этой компании. Мне где-то около 40. Я замужем, у меня есть дочь, но они, конечно же, не с ними, потому что ко всему этому я восстанете чески капитан. У меня сегодня язык заплетается раз раз. Это мы столько больше не наливаем. А может быть, наоборот, надо было треснуть для храпа. Теперь-то вы понимаете, почему стрим задержался? Что я еще хочу сказать? Моя подруга пилот, этих мне выдали. Этих. Не могу сказать, этих. Да, что мы сильно дружны, но ребята вроде бы способные, что ж посмотрим. А способные по сути, я лицо этой команды, в какой-то мере спонсор.
Да и больше ничего полезного во мне нет. Кто ты из вас хочет рассказать? Да ладно, мой бро-полупилот тоже отличный парень. Кто ты хочет вкратце рассказать, как вы до жизни такой докатились? Ох, кому не стыдно, да? Мы прибываем, значит, на космическую станцию Квен. Там нам нужно было найти посадческого агента, у которого была какая-то жутко важная информация. Если вкратце, то мы ее нашли, но уже мертвый. Кто же ее убил? Боба Фетт. Вот так вот. Легендарный охотник за головами. Боба Фетт. Возможно, придет по нашей голове. Ну, логично, охотник за головами. Вы охотник за ногами, он пришел за вашими ногами. В общем, мы узнали, что Дана, это агент, за которым нас послали, нашла информацию о Олексе Блиссексе. Гениальный инженер, который построил первые звездные разрушители. Звучит круто. Да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Настроил старт-дестройеров-то. Понастроил. Еще для Республики. От Империи это, он это, свалил. Это винаторы, которые? Ничего себе. Ай-яй-яй. Ай да Оликс, ай да Блиссекс. Ай, как мог. Ай да Блиссекс, сын. И вот. Потом он какое-то время работал на Империю, потом свалил. Угу. Свалил неизвестно куда. Сейчас оказывается, он на пам-пам-пам Татуине. А как вы это узнали? Ну, на диске, который нам дали, была информация. Который вам дали? Ну, который мы нашли. Который мы украли у Империи, у всех остальных из-под носа просто. Они первые начали. Ты мертвый, но Дана смогла нам передать важную информацию. Диск в процессе тоже практически умер, но... Наши кривые ручки, да. Ваши кривые ручки. Я с ужасом вспоминаю этот момент, когда партия пыталась... О, этой стороной вставляется? Нет, и... Да нет, если сильно воткнуть, то вставится. Ой, сломалось, кто бы мог подумать. Вот что называется без техник в партии. Это называется рак кубов. Конечно, конечно. Да, так это и называется. Угу. Прокурору будете объяснять. Хорошо, что до этого не дойдем. Ну, я вас поздравляю, конечно же. Вот, все начинается с того, что вы... А какой у вас корабль, кстати? Ну, я сомневаюсь... То есть, если как бы, вы смотрели тизер, то вы знаете, что это, но... Пусть они что-нибудь расскажут про свою несчастную птичку. Ну, во-первых, называется она «Звездный Феникс». А... Ну, она по классу такая же, как и «Сокол Тысячелетия». Если вы, конечно, знаете, что это. Хотя, Камергур, конечно же, вы знаете, что это. Да, если вообще, это называется грузовик класса Dynamic. Вот. Но грузовик звучит не так эпично. Да. Да. Леталка. Летает и хорошо. Без турелей, без щита. Уже. Без... Ну, главное... Это вас отучат таранить Star Destroyer. Мы не пытались. Хорошо, они сами первые начали. Они столкнулись с возмутительными случаями коррупции, предательства, расизма, угнетения систематического и чего только еще там не было. В общем, дети, не летайте на станцию Квен. Там все плохо. Никогда. Просто. Дети, не имейте дел с имперцами. Знаете, говорят, не ходите в Африку гулять, а это на Квен не надо летать. Дети такие, ну все, разворачиваемся, что, нельзя на Квен. Вот. Да, но это старая добрая леталка. Теперь она уже не такая добрая, но однозначно старая. Вот. А, и вы, соответственно, приближаетесь к Татуину. Вывалились из гиперпространства. Вот. Играет драматическая музыка. Та-т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 а
Время идти на спилотирование. Ниже, носом в землю. Давайте посмотрим. 13. Говорят, что у нас очень хороший террейн, и еще раз спасибо, да, это старалась у нас Лера, которая, конечно же... Волшебные ручки! Наша принцесса, еще и на все руки мастер, сделала нам классный ландшафтик. Наша принцесса просто золото. Ладно. На наших гробах. Да, если кому-то правда нравится, могу поделиться чертежами. Да, там целая схема нарисована, так что... Я очень серьезно подошла к этому делу. Никогда еще ты не был таким серьезным. Так что да, террейн удался. Да, побежать к Татуину.
Вот. Прокинули пилотирование неожиданно. Удивительно. Да. Мой Сейсли это жуткий пан... Или Мос Айсли, неважно. Или Мозайли, как некоторые товарищи его называют. Классические руины, как Татуин построен, ну, короче, для заложен. Там несколько этих мосов, вот, и мост, который вы летите, это когда-то был корабль первых колонистов, причем они умудрились его разбить о поверхность. Вот, и решили типа, и так сойдет, пусть из него и построим город. Вот, поэтому Мос Айсли, да, вот такой вот. Ну, вы приближаетесь к нему, он старый, грязный, пыльный, вот, старая планета. Когда-то, если вы знаете лор Звездных войн, она была зеленой и цветущей, но потом с ней все стало очень плохо. Вот. И вы такие там тра-да-дам, летите. Мы даже не развалились при входе в атмосферу. Ну, какие-то запчасти из вас постоянно сыпятся. Вот. Как ваш летал еще раз называется? В принципе, не заметно. Тысячелетний дятел? Простите, что? Звездный Феникс. Звездный Феникс. Она сейчас подгорела немножко, но она возродится и спела. Оставляет за собой, короче, дымный шлейф такой там. Запчасти падают какие-то. Че полетели? А, там плоскостя какие-то, лонжероны, элероны, да и фиг с ними. Бесполезные фигни. Да. С характерным душераздирающим воем эта штука впиливается в посадочную полосу, шучу, конечно же. Опять же, если вы смотрите «Звездные войны», у них это просто яма в земле, по сути, вырытая, какие-то конструкции опорные, и вы так прям бам! И приземляетесь. Вот. Но он, конечно, мастер-пилот, потому что умудрился и вовремя опоры выпустить, и оттормозиться, поэтому просто невероятным чудом вы прибабахнулись. Можно вопрос? Мы намеренно выбрали точку приземления? То есть у нас есть там какие-то знакомые, или это первое, что будет? Это единственный более-менее крупный источник цивилизации в окрестностях. То есть первый попавшийся. Но Татуине, на самом деле, богатая жизнь, флора, фауна. Там насчет, конечно, флоры я загнул. А фауна очень. Но она есть, да. То есть там есть поселение вот этих вот фермеров, которые там влагу собирают, огромное количество джавы на своих траулерах мотаются, там всякие песчаные люди, ты кого-то с песчаных людей еще опрашивать? Или сразу дракону этому крейту кладешь? Есть ли у меня сторонники там, знаю ли я о них, вот так вот скажу? Нет, конечно. Не. Такой информации ты не располагаешь. Это же Татуин. Дыра. Край географии. Как там Люк говорил, это самый дальний кусок галактики, и в нем говорит, самый дальний вот этот Татуин. Вот. Так что все, что вы хотели знать о Татуине, но боялись спросить. Так. Ну, хорошо. Вы приземлились. Ваша несчастная старушка издает надсадную «У-у-у-у». Где-то там что-то, ну, запахло изоляцией и что-то искрит. Ты можешь поклясться, что что-то сломалось, потому что погас свет в кабине, вот, и такой дым пошел. Опять? Ну, мы хотя бы долетели. Мы хотя бы живы. Мы даже сели. Это победа. И даже живы. Это успех. Похоже друг другу. Альк и я алкоголь. Похоже на это. Но с кем не бывает. Мне бы хотелось где-то увидеть техника и предложить ему провести диагностику корабля, чтобы у нас всегда был наготове. Был наготове, мы тут на месте. Если, конечно, нам хватит денег. А деньги-то у вас остались? Ремонтировать остались. А то все на взятки потратили, да на бластера. Помню, как вчера. Мне, дорогая Кайла, это впервые такая глубокая дыра, в которой ты оказалась. Даже не хочу вспоминать об этом. Соответственно, через... Ну, у вас тоже кокпит, он полностью прозрачный. Вот, увидите, один из шлюзов открывается, и в вашу сторону чешет джентльмен. Ну, это имперский офицер, серая форма, ботфорты. Он выглядит очень... Ну, они обычно все там с иголочки, вышкаленные, отдраенные. Вот, этого чувака просто валяли в пустыне, потом посыпали солью, потом облили, потом, знаете, как там тайский матч, они там в клей, потом наклей стекло там битое, всякое прочее, вот его поваляли в клей, потом, я не знаю, там в патоке, потом обваляли в перьях, вот, и с ним два не менее грязного вида штурмовика. Вот, один из них, соответственно, тащит на себе DOT-19, винтовка большая, вот, и второй стандартный штурмовик. Думаю, с этими договориться. Вот. DOT-шник останавливается возле кучи старых ящиков, соответственно, занимает позицию. Вот эти подходят к вашему трапу.
И офицер, в общем, довольно барабанит по хрону своему, что что происходит, ребят. Вытаскивайте просто однозначно это на выход сюда. А у нас есть вторые документы? Ну, вторые подставные. У вас есть просто подставные документы? Да. Их могли спалить на той станции. Что я могу сказать? Не могли, а спалили. Даже не приходит моментально. Да, есть шанс, что успеем. Ну, пошли. Конечно, конечно. Ты командир этого консервной банки. Ты иди. Накидываю сверху какую-нибудь плащ-палатку дорожный, да? Так, ну, второго комплекта подставных документов у нас же нет. Конечно, нет. Откуда же взяться такой радости? Да. Саш, я беру карабинер на спину и иду к ней. Угу. Ну, вернее, за ней. Думаю, все-таки совладельца, да? Опускаю. Да, да, то есть ты выходишь первый. Со мной идешь? Да, я с ней иду. А, все идем? Все идем. Я думаю, никто не хочет остаться на корабле и пропустить приключения на Татуине. Да. Я понимаю, в каком звании империя, с которой ко мне идет? Да, конечно. В каком? Лейтенант. Лейтенант. Взволнованное лицо. Он, лицо. Знаешь, вот сразу просто, когда трап опускается, он не то, что прям прыгает на тебя и... Так, есть майноки на корабле? Есть? Их, если эти паразиты у вас есть, и вы привезли их, проверить корабль, брюк корабля, если найду минока, гарантирую, вы не взлетите отсюда. И это, проверили все? Этих нету ни у кого. Миноки, чертовы паразиты. Уже мысли на корабле про нас нету. Космические клещи? Есть клещи? Нет. Точно? Пройдете карантинный контроль? Кроме четырех же мыслей на корабле нету. На животное есть документы? Какое счастье, лейтенант, бросаясь к нему, какое счастье, сейчас, что у вас 30... Нет, вот так вот взволнованным лицом. Вы не представляете, мы пролетали мимо, на нас напали мародеры, я не знаю, как мы не разбились, господи, слава богу, здесь есть хотя бы служитель закона какой-то. Вы же нам поможете? Да, империя — это закон и порядок, гражданин. Слава богу, наконец-то мы в безопасности. Как я рада вас видеть, вы себе не представляете. Надо дипломатию кидать или конечно, приключить. Уже время брать D20, зубы и бросать. Так, дипломатия, пожирнее меня. Что там? Плюс? Шесть. Он смотрит, устал он на тебя и говорит, бла-бла-бла-бла. Я слышу это бла-бла-бла целым днем. Вас тут немерено. У него планшет на руках. Угу. Вот, видишь, там моргают какие-то символы. Вот, он смотрит. Так, цель вашего прибытия. Ну, вы же понимаете, мы летели мимо совершенно, но сейчас нам нужно отремонтировать корабль, он даже не взлетит, наверное. Идентификационные карточки, пожалуйста, ваши. Флеш-чипы, бумажные не принимаю, только чип. А у нас? У нас чип, конечно. Ну, империя пытается стандартизировать документооборот. Uh-huh. Вот, поэтому чипы, носители всякие. Он берет, у него долго штука обрабатывает. А что у вас здесь за проблемы с клещами какими-то? Да поналетели тут всякие вроде вас, придурки. А расскажите, пожалуйста, вся чем планета бы хотелось бы заразиться? Космические клещи, серьезная история, я вам скажу, дамочка. Серьезно? Летят просто. Это же откуда они взялись? Привезли такие же, как тут. Будьте, так, ремонт. Планируете покидать? Космопорт. Как только сможем сделать это физически? Нет, имеется в виду вы как... Конечно, космопорт. Нам нужно пополнить припасы, да. Сразу должен вас предупредить. Мос Айсли не безопасен в это время года. Не знаю, что за творится какое-то движение, но прибыло огромное количество этих отбросов. Опять же, почему смотрят Драшанс? Ну, знаете, они называют себя охотники за головами. Грязь вот эта вся, короче, вот их здесь много. Они что-то, то ли они там праздник, то ли они что-то ищут. Вот, и везут с собой просто грязь, я ненавижу грязь. Я бы их расстреливал бы, из гиперпрямого вот там же, из турболазера к стенке ставил. Ух!
Ненавижу. Спасибо вам огромное за предупреждение. Боже, это посадочная площадка, вы так заботитесь и о чистоте, и следите, чтобы клещи не проникали, и переживаете за пассажиров. Боже мой, да на вас тут молиться надо. Вы здесь самый же главный, да? Да. Мне, походу, там нет. Можно я пойду поплюю? Так и есть. Ты говоришь что? Они разворачиваются к тебе. И... Тебя тошнит от того, что ты ударился головой, придурок. Смотрят. А нужно было? Говорят, а ваше животное не обучено не разговаривать, когда люди общаются. Прошу прощения. Пока... Дипломатия. Видите, он там головой летит. Ударился. 7-6. Так. Что я могу сказать? Что ваш этому задержан? Для выяснения идентификации. А может мой блеф может помочь? Я говорю, что вот он бедненький головой ударился. А давайте. Ну давай. Блефуй. Блефую. Я вас всех же блефую. Блефуй, блефуй. 17+6. Шик. Вы понимаете, не очень сообразительный, пристегнуться даже не сообразил. Я же животное, я тупенький. Да, это верно. Что думает. Животные тупые, это точно. Особенно чешуйчатые ящерицы. Вы представляете? Ух, ваш собрать тут грязи. Надеюсь, когда император закончит строительство, мы сможем разобраться с такими низкими существами. Ну, неважно. Да, но он все равно нанес оскорбление имперскому сотруднику при исполнении, поэтому 200 кредитов штраф и 50 дней стоянка. Сколько? Ну, на сколько дней, какую сумму? Поехали. А, подожди, я думаю, это единственный лимит, который возможен. За 200 на 50 дней или нет, что? 200 это товарищ и 50 кредитов в день стоянка. А, в день стоянка. На сколько дней кредитов вы планируете здесь, через сколько дней? Сразу предупреждаю, тоже заговариваться начал. Деньги не возвращаются, вы платите больше. Даже если вы будете продлевать, цена будет расти. Здесь парковочных мест тоже не так много. Ну или вы можете приземлиться в пустыне, не вопрос. Я слышал, в это время года песчаные люди очень активны. Они будут рады с вами поиграть в свои простые, незамысловатые игры. И это не ДНД. 3 дня. Я думаю, может 8 дней. 3 дня? А как же я, как животное, буду резвиться? Мне нужно 7 дней, как минимум. У нас ремонт. У нас животное. Вряд ли мы так быстро найдем комплектующих. Я думаю, не меньше 10. Животному нужно резвиться с бантами в поле. Ага. Как минимум 7 дней. Как банты резвиться в борозде. Как трандашенец. Так, это у нас будет 200 штраф. 350 за 7 дней. 350. 550. Он принимает кредиты, говорит, надо же выплатить имперскими кредитами. Не в отличие от этого сброда. Хорошо. Смел деньги. Достал пластиковую карту, приложил ее и протягивает себе. Это ваши инвестиционные данные. Благодарим, вы сможете заходить и выходить сюда. Если вы потеряете, штраф 100 кредитов. Угу. Не теряйте. А какие-то технические осмотры, еще что-то? Диагностика нам бы не помешала, да. Сейчас выходите из ангара, проходите прямо-прямо и направо увидите Сулустанец, его зовут Ли Моу. Вот, он все сделает. Он у нас тут рукастый парень. Такой, знаете, и дроида починить, и гиперпривод на коленке собрать. Вот такой вообще просто рекомендую. Большое спасибо. Еще раз вам большое спасибо. Будьте в безопасности. Ой, а скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь особо опасные места, куда вы не советуете соваться? Ну, в контину я бы не советовал вам соваться. Сплошной криминал, да? Конечно. Серьезно, охотники за головами — это сама вся проблема. Они еще и выжили
аборигенов, то есть их очень много. Ну и они чуть что из-за бластера хватают, вот пэм-пэм. Крутые ребята, я вам скажу, не чита вам, что там говорить. Сразу видно, что вы обычные там мусорщики, кто вы. Смотрю, да, сейчас да, данные. Да. А, собиратели трофеев, ну да, мусорщики. Молодцы, молодцы. Будьте осторожны, короче. И это, вы явно за оружием вращаться не умеете, припрячьте бластера. Они любят задирать тех, у кого есть оружие, сразу там бычить начинают, там, бластер у тебя, я там это, охотник за головами, меня разыскивают в 15 системах. Вам оно нужно? Нет, офицер, спасибо. То есть они базируются в контине? Но они везде, ну, в контине больше всего. Потому что, ну, типа, музыка хорошая, место хорошее. Да. А ближайшее, где мы могли бы, не знаю, покушать, найти ночлег, куда посоветуете обратиться? А, у нас есть гостиница, конечно. Обращайтесь. Можете сюда. Ну, объясните, добраться. Не сильно промахнетесь. Просто, просто идите туда, куда вам покажет сердце. Идите за своим, за, по зову сердца, да. Угу. Прощайтесь с офицером. А? Да, прощаемся. У меня есть пальчик. Ну, он делает знак, вот, разворачивается, уходит, штурмовики разворачиваются. Последний с винтовкой до конца прикрывал вступление офицера и своего товарища. В тот случай, когда имперские штурмовики, это реально штурмовики, а не парни с бластерами в режиме минов. Вау, 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 ничего себе. Какие классные имперцы у вас. Ну и все. Страдаете. Наверное. Что вы делаете? Технику надо. Да? А то мы взлетим отсюда. Так, у меня же есть плащ. Конечно. Я хочу одеть, чтобы спрятать оружие. Лет в три. Ну, учитывая, какая Вы хотите прятать бластер, чтобы вас не задирали охотники за головами? Я думаю, мы все вот в этих плащах универсалах дороже. Не знаю, нет, наверное. Да. Да, будьте так любезны. Я не против. Оружие под плащ хорошо. Я капюшон еще один, на всякий случай. Кого делал? Капюшон. Так, отважные бойцы, нам бы как-то торговаться на ремонт корабля. Что? Вообще, я боюсь, конечно, его здесь оставлять, если честно. Денежков нет. Ну что же, тут же охраняемые империи места. Кто у нас технически подкован? А то знаете... Мимо. Как девочки приезжают на шиномонтажку, а я впаивают чего-то. А мне, блядь, парень сказал, что нужно поменять эту самую... Колодки или колготки, да? Прокладку, блядь, между сидушкой, говорит, и рулем. Я, блядь, пришла и сказала на сервисе. Они все надо мной 2 часа там ржали. Ну вот примерно такая же, да, ситуация. А то я боюсь, нам будет дешевле продать корабль или то, что от него осталось, чем его починить. Ну, здесь можно продать, да, конечно. Он просто после нам денег на новый. Да. Сомневаюсь. Даже не на новый, а просто поддержанный, который может летать. Ну, возможно. Я имею в виду корабль, который... Ну, в таких местах всегда остается бартер. Набить кому-нибудь морду за деньги. Мне нравится твой бартер. Что вы хотите сделать? Так, окей. Значит, технических познаний у нас ни у кого нет. Будем брать обаянием. Я немного знаю, как лечить и машин. Да и людей. Правильно. Подумала я, что ты его запугаешь, и он тебе просто так все сделает. Просто от одного твоего вида. Я могу его запугать, но он нажалуется своему этой псине, а эта псина пойдет и мне вставит. Я, конечно, их всех убью, но мы же тут инкогнито. Нельзя убивать просто так. Ну, по крайней мере, имперцы. Сейчас спросим у зрителей, скажите, а вы хорошо слышите нашего трандашанца? Или ему нужно в 2 раза громче говорить? Ну, вернемся так же в процесс, да. Ну, вы выходите. Или не выходите? Или выходите, но не выходите? Мы идем к технику. Дубинка у меня со мной.
Карабин со мной. Отлично, говорят, слышно карандашом. Ну, все там. Да, вот есть. Хорошо. Повезло тебе, ящерица. Хорошо тебе слушать. Помогли. Счастливый. Да. Не родись счастливым, родись карандашом. Посмотрим мне эту технику. И не поспоришь. Да. Мы куда-то в ангар же идем, да, наверное? Ну, ты надо описывать, как выглядит посадочная для Татуина, для корабля эта штука? Ну, то есть, наверное. Гнездо, куча там переходов, перемычек, вот эти вот ржавые ворота, опускающиеся, шлюзовые, поднимающиеся, старая электроника, новые, какие-то запчасти, дроиды валяются, имперские коробки, реально все по-навальному, просто в хлам. Вот, подходит, да, к воротам открывать, они поднимаются. Сразу в лицо пахнуло пустынным воздухом. Вот. В любом случае, воздух лучше на корабле, потому что ваш корабль, во-первых, пострадал, а во-вторых, это самое, но приятненько. Угу. Дом воздух. Не в дом. Home sweet home. Я могу дышать. Удивительно. Я слышал, здесь могут быть песчаные бури. Но пока я не туда. Но вы одевайтесь в больные черные. Видимо, вам будет весело. В черные? Ага. Значит, вы пока еще находитесь. Ну, здесь прямо понимание, что порта нету. А есть вот эти вот перемычки, по ним снуют там дроиды, какие-то существа. То есть это еще не масса, если формально. А именно вот, ну, как бы, космопорт. Точнее, порт на самом деле. Uh-huh. Вот. И прямо это вы видите там, ну, что-то типа ловчонки, и там сидит вот этот соустанец. Он другой. Большие глаза. Местный аналог азиат, короче. Вот, и что-то починяет. Примус, наверное. Что еще может починять соустанец? Пошли, веселая ручка, поговорим с этим прекрасным джентльменом. Пошли, о чем не поговорить. Ну, хорошо. А вы, а их вы оставляете? Можете с нами пойти. Дело, женщины, мужские разговоры есть, я понимаю. Уважаемая позиция. Мы постоим за их спинами и послушаем. Как быстро они облажаются? Да. Вы подходите к нему, он поднимает голову и приветливо вам улыбается. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ага, и тебе не умереть. У нас тут это, птичка немножко поломалась. Не хочешь посмотреть, деньги заработать? Хочу посмотреть, деньги заработать. А что случилось с вашей птичкой? Ну, знаешь, метеорит. Все дела. Кто-то летать не умеет. Ой, кто-то метеорит. А кому-то не мешало бы помолчать. Судя по тому, что я видел, вы попали в какую-то переделку, причем с участием имперских турболазеров. Ли. Я уверен, что это был астероид. Сколько ты протягиваешь? Сотку. Сколько денег? Шучит. Конечно же, я слышал о том, что пираты часто крадут имперские вооружения и монтируют их на свои шаланды. Ужасно трагичная история, как я вас понимаю. Приступлю немедленно. У вас есть какая-то точнее, у меня есть какая-то возможность с вами связаться? Рация, у вас есть рация? Вот Килали пришла. Килали, привет. Эй! Уже там свои разговоры в чате. Вот, лишний немножко с вами стрим. Все, уходим, уходим. Ладно. Шучу. Да, связь, рация. Комлинк. Он просит у вас какую-то рабочую частоту. Uh-huh. Я как осмотрю, буду это и гостевой доступ. Диагностик он должен там к компьютеру подрубиться. У меня есть несколько дроидов, я планирую их использовать. Ну, они там корпус осмотрят, электрику, вашу проводку. Дозаправку проводить. Давай еще сверху это, в закрытой руке соточку накинем. Мы очень дорожим этим кораблем. Насыщенный день. Ли, и мы очень хотим, чтобы с ним все было в порядке в кратчайшие сроки. Дарик, ты чешуйчатый, ты явно что-то замышляешь. Саш, и помните, молчание – золото. Я бы даже не так сказала. Молчание – кредиты. Я бы принимаю и в золоте, и в кредитах, но все устраивает. Хорошо, хорошо. Я займусь этим вопросом немедленно. Позвольте мне сделать это прямо сейчас. Итак. Удачи. Саш, а Докс с нами? Конечно. Он не останется на корабле с нами? Нет. Угу. Кстати, никто из зрителей не знает, что это вообще такое. А, Докс, слушай, не скажу правильно. Ты про кул? Расу, да. Угнот. Угнот. У меня короткая память, да, как у всех девочек. Ну, не у всех. Ну, ладно, не важно.
Это еще один агент, который находился на станции как раз, где мы раздобыли, к сожалению, не спасли Дану, но раздобыли важную информацию. Он нам помог оттуда выбраться, он был там техником. В общем, спасенные ему домашние животные. Мы оттуда вылетели, попали на корабль. Они тащат с собой неписи всех там. Я предполагаю, что после Татуина на корабле будет банта летать какая-нибудь, там, может быть, пара семейств песчаных людей, там, кто еще? Дракон там открыт. Да, такие мы, да. Всех спасем, всех перемещаем. Всех в семью, всех в дом. Всех. Ну, он и не возбухает, в общем-то. Приговаривает Татуин, да, Татуин, хорошо, мне нравится Татуин. Как приятно почувствовать под ногами твердую поверхность. Я, ребята, больше по станциям космическим могу путешествовать, а тут так хорошо. Ногами можно перебирать. Просто классно вообще. Очень люблю. Очень нравится. Мы не ушли еще от Ли? Нет. Он ушел. Он поднимается, делает знак своим дроидом. Вот. И вы думали, что там это мусорный бачок, а это дроид. Вы думали, что это просто какой-то шар для пинания, а это BB-2. Вот, вы думали, что это R3D1 пополз. В общем, сборище ржавых развалин. Ну, то есть, видно, что они на ходу, но прям умоляют об антикоррозийке. Они, ну, пожалуйста, хозяин. Вот. И самый главный культ Power Droid, который вот этот прямоугольный штук. Боб делает. Неожиданно выяснилось, что это самое главное божество среди дроидов, и все остальные дроиды ему поклоняются. Это в Windows про попугаев. А это стоит $25,000. А что он говорит, не знаю, что он делает, не знаю. А почему такой дорогой дроид остальные этого шефом называют? Вот и здесь то же самое. Вот и пульт Power Droid. А мы как персонажи знаем Бобу Фетта вообще? Ну, я же не говорю, ты знаешь. Не знаю. Я знаю. Он знает, и он вам сказал, что это охотник за головами. Ну, это не обсуждали, да. Но мы же тогда видели же его. Конечно, конечно. Перестрелка на плане. Сложно, ну, во-первых, так много мандалорцев, которые охотятся за головами. А то, что мы, скорее всего, мы его следующая жертва намеченная, не знаем ничего. Нет. Про преследование ничего не знаю. Можем предположить это. Ну, да. Ну вот я побаиваюсь, да. Просто я вспоминаю слова лейтенанта, что... Много охотников прибывает сюда. Почему? Да. Особенно много таких, как я. А Боба Фетт иногда и берет в качестве наемников нас. Да. Слышал, такое бывает. Тебе лучше этого не видеть. Как вы считаете, это империя объявила охоту на Волоса? Да. Уже и так быстро откликнулись все. Да. Охотники. Они получили информацию раньше, чем мы. Да. Оликс. Кто-то, возможно, это могли быть не только они. Фет работает на этого. На Слизня. Как же его имя-то? Забыл. Он не всегда на него работает. На джаб работает? Да. А джабы наебывают. Давайте исключим нецензурное выражение. Обманывают. Обманывают. Угу. И возможно джабы захотят его найти, чтобы перепродать подороже. Значит, нужно найти быстрее. А лучше нам с джабами вообще быть незнакомы. Вообще-то. Зато вы можете быть знакомы с джавами. Это неплохо. Нам нужны контрабандисты. Нам нужно в контину. Да. А там охотники за головами. Да. Ну, постараемся не сверкать своими мордашками. Ага. Да? Потрясающе. Я-то за своих-то смогу прийти. Я бы обычный наемник, а вот ты выглядишь странно. Я выгляжу как плащ на ножках. Я в доме не странно. В принципе. Нам бы поговорить-то, но не здесь. Здесь много ушей. А это плохо. А если их будет еще больше? Везде много ушей. На каждом углу просто. Хорошо. Вы идете дальше? У нас же есть связь. Типком линк. Когда, кстати, у вас за спиной открывается шлюз, ведущий к вашему посадочному доку, там один из дроидов свистит что-то типа, ну и развалина. О, смотри, она старше, чем ты. Би-би-буб-буб. R3 возмущенно, D1 бубнит. Не так уж, я старый.
Просто участвовал в клонических войнах. Бип-бип. Вот. Так нормально. Опять ваш Шаланда врубали, короче. Себя посмотри, жестянки. Так они посмотрели, они моложе, чем ваш корабль. И радуются. И это какой-то повод в жизни для счастья. Так. Нужно просто память прочистить и мотиватор снять. Мелкие бинарные утырки. Точно. Нам нужно попытаться раздобыть какую-то информацию о нахождении Туоса. И я так предполагаю, мы идем до ближайшего барушника. Кантина, да? Я хочу написать через комьюнити, положи связь такая, чтобы не говорить это словами, что нам нужны контрабандисты. У Оликса Блисикса, грубо говоря, сдали они. Значит, они знают, где он находится. Контрабандисты его задержали где-то на внешнем кольце. Да. Это вам удача вместо контрабандистов трясти. А кого он, обычных людей? А не знаешь ли ты этого челика? Конечно. Конечно, он знает. Мы с ним каждый день тусуемся. Скорее всего, он затихарился на какой-нибудь дальней ферме. Да. Удачи его искать. Угу. У нас есть только имя, то имя он сменил. Лицо тоже мог сменить. А? Насколько далеко нам идти? Нам транспорт какой-то нужен или что? Я не знаю, что вы ищете. Ну, от места посадки до вышеназванного барушника. Да, до кантины? Вы, да. Ну, вы спрашиваете у кого-то? Вы не знаете? Для начала. Вы никогда никто не был в Мос Айсле. Здесь кто-то должен быть из повстанцев. Обязан. Надо ну, хорошо, удачи найти их. У вас нету никаких там... Ну, типа... Капитан. Наш. Тайны знать там, может, какие-то. У меня нет знаний о том, что у нас здесь есть кто-то из наших. Вы же с помощью антенны коммуникационной свою раздолбали. Да. Поэтому связаться с сопротивлением, мягко говоря, проблематично. А если вы сейчас из Симпорта начнете вещать? В любом случае, новости до суда доходят долго, так что... У нас есть время. Здесь надо быстро. Нужно пообщаться с местными, да, возможно, мы найдем здесь друзей. Здесь маленьких, друзей. Беленьких, красненьких. Ну, быстрее проблем найдем, чем друзей в этом проклятом месте. Ну, ты-то однозначно, да. Будь спокойным, мы всегда можем найти проблем. А я не люблю проблемы. Хорошо, кого мы видим вокруг нас, с кем можно было бы пообщаться? То есть вы выходите из Сумпорта? Ну, из вашего ангара, условно. Ну, по всей видимости, да. Нажимаешь на кнопку, на большой такой консоли, там красный, зеленый, внизу россыпь, там белых, синих и прочих моржавок. Да, она открывается. Такой, тоже грохот ужасный, причем она ржавая, вся эта створка. То есть она когда-то была черной, потом ее покрасили в красный, потом на ней был символ республики, его быстренько зарисовали, нарисовали империю. Символ империи перечеркнули крестом, нарисовали какую-то дрянь там непонятная. Вот, эту дрянь потом смыли, снизу ржавчина, сверху это, в общем, дрязь и безобразие. Вот. Тяжело поднимается, она прям в лицо сразу жаркий пустынный воздух бьет. Пот, животные, их запахи шерсти, запахи их естественных потребностей исправленных, пусть и в отведенных местах, но все равно неподалеку от. Вот, выбеленные солнцем, песком и прочим здания. Полный вперед. Добро пожаловать в Мос Айсле. Люди, нелюди. Видите, там караван банд ведут нагруженных всяким барахлом. Вот мимо вас там стоит джав пробежал, там что-то чирикая. Ну, эти маленькие, с глазами светящимися. Вот, еще там какие-то, там инопланетяне двое здоровых. Вот Вуки с кем-то торгуется там. Ну, в общем, serious business. Много-много раз, вот. Я, ну, пока идем просто по улице, я хочу спросить у нашего маленького знакомого, может ли он нам помочь связаться с повстанцами. Ну, так, тихо. Скажем так. Каким образом я это могу делать? Может быть. У нас бедный напряжется сразу, каким образом. Я в таких ситуациях, как вы. Что? Нет, я не знаю ничего. Я думаю, кто и знает, так это наш капитан. И, соответственно, показывает на дипломата нашего. А я знаю? Нет. Ну, нет, у тебя есть коды, у тебя есть частота резервная, если совсем все плохо.
Но проблема в том, что у вас во время вашего прекрасного полета вы умудрились лишиться системы связи. Вот, поэтому у вас небольшой факапчик образовался. Боюсь, нам придется самим искать поддержку. Боюсь, нам поможет только император. Палпатин. А может, она бы поможет? Конечно, поможет. Палпатин всем поможет. Подумайте, зачем социально правильный охотник с головами? Чтобы вам помочь. Правильно. Чтобы найти, значит, у них есть полная информация, которая была найти, судя по идее. Наймемся в качестве наемников? Да. Кому-то из них. Тебе нравишься мне? Веселые ручки. Ну и что? Есть шансы пойти к Трандашансу. Мы трандашаем, друг друга ненавидим, но... Это успех. Так, слышишь на свою музыку или нет? Что? Прислушиваюсь, музыку слышно? Это как в Париже везде Эйфелева башня, да, видно? А здесь... По-любому, это центр вообще местный. Ну, нет, надо спрашивать. Раз, два, три, ты. Извините. К тебе разворачивается огромный могр, по-моему, это называется. Такая огромная, он типа обезьяна, но не как вуки, а он уже вытянутый, это лоб покат, и такая шерсть висит. На матросов похож, короче. В конце 19-го какие-то барды огромные, рыжие. Он вообще большой такой. А не подскажете, где контина тут находится? Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Пошел дальше. Прямо потом. Ну что тут прикольно, таких лосинках матросских. Знаешь, если бы большую обезьяну одели в такой, знаешь, купальники там 20-30 годов, видели моду? Uh-huh. Вот что-то типа такого обтягивающее, там, в полоску, вот, и такая большая обезьяна пошла. Такие, ха, интересно. Да, идёте в контейнер, конечно. Буквально чуть ли не под ноги вам бросаются двое джав. Говорят на непонятном языке. Нет, торговать не хотим. Покупать тоже. Показывает тебе потрясающую расческу. Расческа? Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Не обращай внимания, иду дальше. Да, ладно, нет. Не реагируй. Так, пойдем. Чем дольше стоишь, тем больше не бежит. Уходим. Они не сдаются, это неправда. Самые ненавязчивые торговцы дергают тебя за пол вообще. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Вырываю. Что-то важное. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Кто-то понимает? Чего ты хочешь, милое создание? Переводчик не выполнит. Ты отнял у меня стрепё. Ты мне давал сначала стрепё, потом отнял. Ну, мастер еще не поздно вернуть его обратно. Угнот ваш, ну я имею в виду спутник, ваш непись, который... Докс. А он придет вам торговаться. Предлагает нам торговаться? Да, да. Он говорит, что сразу увидел, что вы новички, вот, и путешественники. У него есть спидер. Как вы будете перемещаться по пустыне и вообще? Спидер – хорошо. Да. Я вам готов, так сказать, его продать. И что он надо посмотреть. А? Надо посмотреть. Ну вот. Он хотел вам показать, пока вы не начали там баркаться. Ну, мы же его язык не понимали. Ну, он же жавоторговцы, говорит, вы не обращайте, они ну, всегда такие навязчивые, то есть у них не очень все хорошо в плане дипломатии, но и торгуются они отчаянно, но обычно у них хороший товар. Конечно, конечно, надо смотреть. А так, да. Ну, то есть он вам придет. Пойдем со мной. Пойдем. Будет весело. Вам понравится. Чип-ч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 ип. А свою шоковую палку мне включить быстро? Что? Свою шоковую палку мне включить быстро? Нет, в начале боя. Малые действия вперед, даже не малое, а это.
Самое главное, чтобы они... Significant action. Не завели куда не надо. А мы идем там какие-то торговые лавки с едой уличной сейчас. Да. Люди там какие-то нелюди, какие-то дела ведут. Mm-hmm. Вы сворачиваете за угол, и вы видите много джав. И вот там просто пит торговли, там дроидов покупают, продают всякие там. Я хотел всякие там разные. Заявку сделать до поворота. Просто так спросил. Можно прихватить что-нибудь с лавки, ну, заплатить, естественно, что предположительная мелочь это есть. Ну, в качестве угощения. Хорошо, да. Ну, там поблагодарю тебя. Он говорит вам спасибо. Заворачиваем, там их много, здесь-то мы и умрем. Сразу видно, кто у нас дипломат. Да, ну там идет бизнес, все торгуют, что-то покупают, что-то продают. Да, мы не сможем ничего взять для нашего, чтобы кое-кому позвонить, нашим родственникам, хорошим, богатым. Понимаешь, о чем я? Ну, вот у него спрашивает. Чип-чип-чап-чап, знак объясняет. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Пока что там два спидера у него есть. Ну, один это обычный спидер, смотрели «Звездные войны», это он. Одна или двухместная, «Мандалорцы», помните, где он на них летал, это вот оно и есть. Или там, шестой эпизод. А второй спидер это X-34. Бело-красный такой. Который четырехместный. Да, ну из четвертого эпизода. Да-да-да. Технический вопрос, можно? Конечно. Я так понимаю, ты предлагаешь раздобыть средства связи, но я же не смогу сама настроить волну, на которую была настроена. Технический обрел, да? Ну, если был бы инженер среди вас. Был бы механик. Думаю, это будет бесполезная трата времени и денег. А вот спидер это хорошо. Чип-чип-чип-чип, пока там спидер. Почем? 4000. Вырвалось. Чип-чип-чип-чип-чип. Птю-птю-птю. Это двухместный. Четырёх. У Брикана по 2000. Дороговато. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Я хожу, осматриваю его. Репер у кого-то есть? Да. Самое время бросать. Давай, загони, что он говно и стоит наполовину. Нет, репер надо понять, а потом там блеф и всякое. Два и в сумме. Шесть. Молодец. Один? Я говорю, ты проклятый. Два. Это не я проклятый, это ты проклятый. Два плюс пять, семь. Нет. Давай просто блефом шарахнем сразу. Нет, начнем с того, что спидер в отличном состоянии. То есть он ухоженный, он тюнингованный. Такой ворованный. Возмущенный. Нам заметут, за него. Как раз на лицензионную пластинку. Чу-чу-чу-чу. Да. Все куплено. Смотри, тут крыло стукнутое. Чу. Так и должно быть. Правильно, но я-то... Более того, нет, но если вы ищете не физический урон, а в смысле не механический, а физический, бросьте просто спот. Можете указать ему на всякие разные там. Но это вы не машину бэушную покупаете, можете там тренировку себе. 20. Чего вы сколько не нашли на нем? И сколы. Похоже, по нему лупили топорами и стреляли. Да, и еще что-то. Спидер явно побывал. Ну не в переделке, но пару раз его это сам приложили. И так он ухоженный. Причем повреждения совсем свежие. То есть там, может быть, недели. Но не потрудились. Они говорят, чей, куплено официально, все оформлено через имперство. Даже пошлина уплачена. Что вообще стараться? Нет, Джава вообще стараются вести дела официально. Они торгуют с фермами, когда они в Мос Айсли торгуют, они все смотрят. Другой вопрос, что в пустыне они банчат уже там, чем богаты. Он все это озвучил, что нашел, я правильно понимаю? Да. Все да. Недостатки. Давай, может быть, тогда толкнем дипломатию из разряда. Ну, вы же понимаете, что если мы, люди, далекие от техники, все это увидели, но дороже, чем за две, вы никому не продадите. Я предлагаю вам огромную сумму за это рухлить. Кидай. Я потерял 20. 3 плюс 6. Давай я блефануть попробую. Они ласково улыбаются, тебе кажется. Вот. И говорят тебе, что еще покушать.
Но они согласны на 3,5 упасть. Да нет, ну абсолютно, ну за что такие деньги? Я опять начинаю выбирать вот эти вот минусы. Он предлагает вам попробовать. Я хочу блеф попробовать. Ну ты учтишь тебе штрафы за счет ее провала. Подумайте хорошенечко, сейчас можем быть за 4 посмотрела. Сейчас опять на 4 раз задеру. Да. 3 эпизода, это хорошая цена. Для X34 потрясающего, новый по 15 тысяч стоит. Так, они у нас есть? Давайте посчитаем. А чем вы болят? 400. Да, 400. А они... У меня сейчас 450 на руках. Ну, у тебя есть деньги. У тебя 4 было, просто жадные. Только, ну, нам здесь еще и ремонт корабля, и все на свете. Ну, это другой вопрос. У меня есть офигенная статуэтка. Та-та-та-та. Чем? Ты зачем зрителям язык показываешь? А я так думаю. А ты можешь пончик нос облизать? Было бы клевое шоу. Конкурс талантов. Давайте начнем с того, что на данный момент я не испытываю острой необходимости перемещаться настолько далеко. Они не поймут такие пяти вопросы. Я разговариваю с вами, не с ними. Ну, а насколько действительно вы говорит, нам понадобится спидер по-любому. Нам он понадобится. Ночью перемещаться по улицам и прочему лучше на транспортном средстве. Лучше быстро. Эта штука развивает до 240 чего-то там сейчас. Господи, какая жадная. Я лезу во внутренний карман, вдруг на чего-то натыкаюсь и достаю оттуда ту самую статуэтку. Так, а чем мы будем платить за ремонт корабля? Это я говорю... Пчел. Они хотят оценить твою статуэтку. Пчел. Ну, давайте попробуйте. Он подходит, оценил. Это замечательная статуэтка. Да. Только посмотрите на нее. Они готовы сбросить вам 500 со стоимости спидера. Ну, 500 кредит, то есть 3000 и статуэтка. Вы только взгляните на нее, она стоит гораздо больше, чем 500. А у меня есть какая-нибудь оценка? Оценка на единицу. Они готовы сбросить вам еще 100, если вы отдадите им ящерицу. Слушай, за ящерицу 2 спидера не имеешь. Они говорят, нам нужны воины, эти охранители, это внутрь в этом канале. Он настолько хорош, я вас уверяю. Чип-чип-чип-чип-чип, обсуждают увлеченно. Смотрите, один дергается за штанину. Смотрел. А в оценку никто не вкладывает? С уважением тоже тебя посмотрел. Я извиняюсь, первый сам. Чип-чип-чип-чип-чип. Ну, опускаю, что будет с ним лицом на лицо, мы даю ему руку. Подумал, тоже теперь телетру. Пошел. А маленькая лапешка, он какой-то рептилоид, похоже. Да. Жалует не люди. Ну, там это шерсть покрыта руками, редкий. Вот. И такого темно-коричневого цвета, буро какого-то. Смотри. Промасленные, пожалуй. Наш, походу, младший нашел. Они, правда, уже 500 за него. Если что, у меня перчатки были. Хорошо. Значит, ты просто. Ну, точнее, остался след масла на перчатке. Саша, я смотрю на эту статуэтку, ну, чисто на глаз. Ну, кидай. Так, у тебя что капает? О, чай. Сколько капает? Можно я встану и выйду? А теперь взяла свою розовую сумочку. Розовую. 1+1. Я тоже хочу глянуть. Ты считаешь, что не меньше 5000 она стоит? Ой. Это самое дорогое все в этой жизни, что? 12. И уже сумме. Вот я сейчас кинула оценку. 12 сумме. Ну, так и стоит, потому может быть, 1000 в хороший день, но сейчас в Мос Айсли надо искать кого-то, сбывать ее. Ну, времена, он нравы, такую дорогую вещь. Я не понимаю, это же сокровище. Конечно, она съехала с катушек. Возможно, напекло макушку. Здесь жарко, кстати. Посмотрите, какие формы, какой перелив. Боже, это... Дорогая, формы это у тебя, а это просто продать можно. А переливы тоже нет. Ну не за такие же гроши. Только посмотрите на нее. Красотка. Ее продавать не будем. Саша. Что? Камера? Послушалась, наверное. Ну, наверное, послушалась. Наверное, послушалась. Саш, пока нет. Там еще пока есть батарейка. Ну, это хорошо. А? Пока не припираются, я хочу смотреть, никто за нами не следит вообще. Давай, спот. Так, давай ты. 20 натуральные. Красавчик. Ну, на вас
посматривают, но ни одного взгляда вот там, типа, шпионят, так иди давай, да, они сейчас, я на них пал нападу. А? Надо просто копать их или нет, смотрю. Что, врагов? Осматривают, нужно ли нас обворовывать или нет. Нет, нет, нет. Вы стоите, то есть, опять же, Java. Они очень лояльно относятся и щепетильно к своим клиентам. Если драбят их клиентов, они начинают обычно стрелять. Поэтому с этими... Да, да, они жулики, мошенники и это, но дела с ним можно вести. С ними идут дела так. Джаулит, при этом попробовать, попробовать спидер, у вас же есть навыки пилотирования. Не надо. Дают тебе большой ключ, такой, например, помп, он вставляется, прокручивается. Веселые рожки, если ты поломаешь эту машину, мы тебе продадим гамство. Сексуальный раз. Только после тебя. Усилий хватит. Давай. Один. 17 плюс 8. Сейчас мы убьем 9. Я вижу эту подверку. Спидер заводится с полоборота. Прекрасная машина, ухоженная, обе турбины рычат как надо. Работает антидрав без каких-либо загонов. То есть он там высоту до полметра поднимается, ты прям удовольствие покатался. Вот. Ну видите, увлекся там. Что-то здесь не так. У меня все равно терзает подозрение, что это... Машинка огонь. 100% того стоит. Саш, административный вопрос. Как эту машину можно идентифицировать? Как ее идентифицируют другие? По номерам? Да, конечно. У вас есть номер, который присваивается. И просто владелец меняется и вносятся данные в имперское бюро. Ну и в местное планетарное. У нас... Но здесь полная анархия, так что... Свет поменять на руках у нас компьютер, вот, ничего такого не чтобы подсоединиться. То есть это где-то стационарно от вас прибывать, да? Саш, я хочу спросить, а можете вы... во что перекрашена машина, спидер? Она такая была, говорят тебе. А можно ли ее перекрасить? А зачем? Красивые цвета? Шикарно выглядит. Красный, белый, потрясающий. Белый? Красно-белый. Шикарно выглядит. Красно-черный выглядел бы еще лучше. Собираемся кого-то пугать. Так, у нас батарея разрядилась. Простите, извините. 2 секунды. Я не смогу это сделать. Мой все замерли, никто не двигается. Никто не дышит. Сделаем вид, что так и было. Все страдают. Да, так, сейчас ДМ вернется, он спасет камеру с игроками. Да. Мне почему-то кажется, что это все равно, ну не может, откуда у них может быть, где они ее купили, ну она, вот спроси, скорее всего они... Да блин, была перестрелка, тащили. Остался спидер, они забрали его и все. Не хотите ли вы купить уже спидер? Да. А там же написано, что он как бы... Просто перекрась его и все. Его купили у владельца. Его купили, там да. Сделка зарегистрирована и проведена, да. То есть даже если предположить, что они там... Ну, кому-то откатили-накатили. Но все равно через имперскую бюро отошло. Да. Все более-менее. А если мы его перекрасим, то он вообще новый. А сколько будет стоить ремонт корабля? Ты не знаешь? То есть какие-то, ну, какие-то догадки-то есть у меня, как у человека? Ну, не те деньги, которые у тебя есть, это точно. И даже не в два раза больше. Да. Пу-пу-пу, тогда и беречь смысла нет, я так понимаю, да? У игроков? Да. Чего их беречь-то? Кому мы нужны-то? Действительно. Скажем дружно. Хотя, в принципе, мы сейчас покатаемся и обратно продадим. Ну, ты так продадим. Аренды тут нет у вас? Нет, в принципе, спидер это везде вещь хорошая. Я думаю, будет не проблема его загнать, да? Да. Вы всегда продадите его, ну, может быть, не за эти деньги, но за какие-то другие 100%. Так, мы точно готовы расстаться с фиговиной да. Своей? Мы снова с вами, в полном составе. Ура, ура. Да. Вы откалибровали спидер, он классный. На кого оформлять будем? Что у нас, трёшка и статуэтка? Трёшка и статуэтка. Саша, я могу смотреть статуэтку? А? Могу осмотреть ее. Ну, они уж ее только языком не облизали. Ну, это осмотрели я. Да, у тебя есть апрейс? Нет. Что ты хочешь не сделать? Он хочет 20-ку выкинуть, наверное. Да, я понял. Еще один. Красивая статуэтка. Можно такие статуэтки видел в каких-то странных местах. Лучше не думать. А в общественных уборках. Та-та-та-там. Ты не понимаешь, что это такая суета из-за дешевого украшения и из туалета, по сути? Да.
Да, люди, что с них взять. Ну, это Java вообще-то. Ну, подожди, то есть люди? Да. Ну, на кого оформляем тачку? Мы с вами спидер уже полчаса покупаем. Да на капитана, блин, нашего. Хорошо. Принцесс, они берут твой чип. Нет, смысл в том, что у меня нет пилотирования. Они должны быть документы у того, кто умеет хотя бы выводить. Плевать, он твой водила. Ну, в общем, да. Берут чип, оформляют его. Ты смотришь на регистрационные, тебе показываются данные. Они же не могут скрывать, тебе дают копию. Ты видишь, что последняя сделка состоялась буквально там... Может быть, неделю назад, даже меньше. Mm-hmm. Ну, по датам не очень понятно. Mm-hmm. Вот, и они выкупили ее у некоего Люк Скайуокера. Это я выхожу. Это у меня вырвалось. Я представила, что это я буду трогать тоже спидер, что Люк Скайуокер. Ну, ты его и получишь. Как написано Скайуокер? Ну, они честно говорят, что они, он и какой-то пожилой джентльмен в попыхах спешились продать этот спидер. Вообще непонятно. Почему торопились, очень хорошая машинка. Вот, и кроме вот тех вот двух коцк на ней, ничего больше нет. Там пара сколов и все. Поэтому летайте на здоровье, располагайтесь, садитесь. Ну, описывать спидер, наверное, вам не надо, вы все представляете, все спереди, сзади место. Четыре места, багажник. Вот такая торпеда летит куда-то и будет делать больно, наверное. Ну, это не точно. Так. Саш, они что-нибудь еще продают? Что только они не продают. Что тебя интересует? Веревочка. Дроиды, оружие, броня. Веревочка. Веревки, да, есть. Веревочки, крюк. Это 25 кредитов. Мне это имя не знакомо же. Саш, 50 кредитов. Мне они нравятся. Они добавили себе туда аптечку и рационов на неделю. Ну, этот стандартный имперский армия рацион. Типа, что вот я у Люка там палка, вот эта вот там сушенка. Ты, говорит, это называешь здоровой едой. Вот это нельзя здоровым вырасти. У меня, говорит, там в доме нормальная еда, а это, говорит, выкинь. Это мой ужин. Зачем ты йода делаешь это? Ну, вы же не йода. Куда? Куда пойти, кому я залипу на спидер. И он такой классный. Хазина ждет нас. А, далеко ли до нее? Нет. Мы уже спросили дорогу, да? Да. Прекрасно. Так, а противоугонка есть какая-то у этого спидера? Носи ключ с собой, противоугонка. Да. Достаточно этого? Кому надо, и так угонит. Кому не надо, не угонит. Надо кого-нибудь это, когда мы припаркуемся? Ну да, обязательно. Можно? При пахать какого-нибудь юношу лучистого. Да, было бы здорово. Чтобы, так сказать, поработал. Тогда припарковываюсь у контины, да? Угу. Я предполагаю. И да, есть какой-нибудь мальчонка? Там есть охранник. Около от стоянки. Ну, я не доверяю местному охраннику, они здесь маленькое поселение, все заодно и сам просто. Просто двое здоровых гамурианцев. Ну, это которые хрюшки с топорами. Так что с мальчонкой? Вон мальчонки. Два мальчонка целых, которых ты видишь. Вижу, нет? Есть вот? Да, большие свиньи, что ли, стоят с топорами. Саш, я хочу к ним подойти. Ты издеваешься? Здорово, парень. Как дела? Дипломатики. Чтобы они сразу не зарубили. Ну, хватит материться твоим. Остановись. 20 натуральное. Как я это делаю? Просто наступил на, я не знаю, на братство и на родные чувства. Профист. Они, да. Ну, нормально. У тебя как? Сам как? Нормально как? Да, все, вот, да. Принцесску заставили за ней следить. Хочет приключений. Ну, знаешь, эти... Жалуются тебе, что тоже сопровождают одного из хаттов. Вот, и очень-очень скучно, короче. Вот, а у него это пафосная леталка, они за ней присматривают и уже замучились, это, короче. Парни, не служба, а в дружбу. Присмотрите за нашей леталкой. Вон, она здесь стоит здесь. Ну, я вам пивка притащу. Вот, вот, да, давай, давай. Прощайся с ним. Я прослушала, они на общем языке говорили? Нет, на своем. Да. Говорят на... Ну, это незнакомый язык.
Как к советскому переводчику попало. Хорошо. Охрана есть. И тут, кстати, есть кто-то из хат. Нет. Что такое хат? Что они сделают? Кто они? Почему они? Зачем они? Так же замечательно, как и охотники за головами. Мы можем наняться. У нас план в этом. Наняться в качестве охотника за головами. Да. Учитывая, что карманы у всех пусты. Да. Да. Но хат, ребята, такие скользкие. На банкет, когда в кармане баксов нет. Как бы нам еще и должными не остаться. Это, конечно... Да. Как бы нам и живыми остаться в итоге? Нужно будет глядеть в холм, если все-таки решим с ним связаться. Так, мы зашли? Наверное. Что со свободными столами? Какая там вообще атмосфера? Официанты есть? Или нужно на бар сначала? Вот это вот происходит там. Там биты играют на типа саксофонах. Макс Рэбб еще живой. И его новый хит. Я синий, но я не слоник. Я не боюсь мышей. Мама, я сплю на спине. И остальные покупайте только сегодня. EP и Remix Edition. И не верьте бутлейдерам. Не хотите купить? Марс Рэбб очень недоволен вами. Он вас. Там должен быть какой-то столик, где куча больших моих друзей свинок. Короче, охрана. Столик, где много охраны. Не видишь там должен... такого столика. А наверное, есть... это вип-ложа какая-то. Да, около вип-ложа кто-нибудь, кто это стоит. Видишь? Двух грязного вида охотников за головами. Грязного вида не в смысле, что они грязные и вонючие, а что они отпетые абсолютно. Один из них какой-то твилек с изрезанной шрамами рожей. Вот. И второй это здоровый, но он не человек, а это сардарец, по-моему. Вытянутое лицо и... Ну, вы не знаете этого, но у него оно раскрывается, там у него пасть внутри. Классный парень. Да. Вот, вы на них смотрите, и вам резко... Расхотелось подходить, потому что ну его нафиг. Ничего хорошего там не нужно. Есть какой-нибудь неприметный столик? Я предлагаю посидеть, осмотреться, послушать. Причем сама по себе контина забита всяким отребьем. То есть там очень много трандашанцев, вот, всякие какие-то непонятные существа. Маленький пушистый вот этот вур, который... Вот, по барной стойке бегает местный маскот в виде порга, вот, который вся функция это орать с выпущенными шарами, вот, какие-то еще и, соответственно, бармен. Да. Я боюсь, что если мы вместе подойдем к барной стойке, мы привлечем слишком много внимания. Мы зашли вместе. Да. Я понимаю, мы можем сесть за стол и сделать все, что мы просто хотим поесть. А если кто-то один из нас подойдет к бару и попробует поговорить с местными, то мне кажется, это будет проще, чем всей толпой будем курить. Мы пришли выпить. Пойдемте. В центре внимания. Местные с интересом на вас поглядывают. Вот это нормально. Вот это вообще кто? Ну, понимаешь, что вся эта аудитория, это вообще не местные ни разу. А реально охотники за головами. Вот, там, подвинься, уйди с моей дороги. Да ты знаешь, что я. Да меня ищут в 15 темах, а меня в 20. Да на мне голову, там, за голову назначен 20 тысяч. Всего 20 тысяч? А! Да меня в день там меньше полмиллиона не бывает. Ой, там, иди отсюда. Классический базар. То есть они ведут себя очень круто, очень агрессивно, там, всех шпыняют, там, бучат, вот, и... Естественно, неизбежен тот самый чудесный момент. Они вот, заметят нас. Да, когда ты получаешь просто удар в плечо, подвинься, дрянь, идет здоровый даже просто в доспех. Пам-пам. Я тут же бело-синий, там полоски, короче, спасибо. Еще что-то. Да, забери свою подружку, пока я не размазываю, просто рыгает тебе в лицо. Прошу прощения, джентльмены. Могучая отрыжка, смесь алкоголя какой-то этой. Да, я смотрю. Слышь ты, пес, еще не понял. Это ты что, быканул на нее? А? На сцене появляется бластер, и он в тебя стреляет. Пиум! Сколько у тебя? Сюрприз, так? Ни хрена себе. 20?
Armor класс. Да. Потрясающе. Ну, дефенс. 20. Ужасно. Я себе. Да. Ты получил на 10. Просто без всяких разговоров. Ну, ты можешь вначале там Виталий, потом Лунс. И поехали. Видите, он падает назад. Он так. Ну, с вами, враг, ящерица. Все, сейчас буду в голову целиться. И уходит. Ну, ты валяешься дыркой в друзей, к счастью, нелетальный. Вот. Остальные все там. Ха-ха, классно, молодец, дал ему, да. Классное шоу. Так и знал, что этим закончится. Видился как дегенераты. Вы помогли стать вашему раненому товарищу? Я сам стану. Не привлекать внимание, говоришь? Я могу тебе помочь. Лучше молчи. Подавать раны. Жопа на берег. Спасибо, что заступился. Такой смелый. Мой герой. Так, одну я так понимаю, мы идем к бару. Пойдем вдвоем. Вот теперь нам точно нужно выпить. Бармен называешь, прям, ребята, бегите отсюда. Они постоянно задирают людей. Вы получите сейчас. Да, мы заметили. Просто идите отсюда и не приходите. Помните, да, что не показывать оружие. Про это же, да, говорили, что. Ну, видели, он просто. Хорошо, что ты без обид ящерица с чешуйками. А был бы ты человеком. Да. Ты был бы мертв. Что тут у вас творится-то? Чего такое? Все охотники за головами, миледи. Все забито ими. Они ищут что-то или кого-то. Я слышал, там какие-то у них терпи, какого-то ученого ищут, короче. И давно они тут зависают? Да, короче, приехал этот, главный их, короче, и организовывать всех. Бедный ученый, что же он такого натворил? Я не завидую ему однозначно, потому что эти ребята, они найдут его и ему сделают очень больно. Бедолага. Так что... В непростую ситуацию он наш. Теперь оказался... тебе клад руку на плечо и... Нажда, цепа, пойдем повеселимся, может, немного. Конечно, красавчик, чуть попозже. Подожди немного, я выпить хочу. Блеф или что-то? Блеф. Или дипломатии ты его подмазываешь, ты, да, чувачок, вообще все будет. Нет, блин. Все будет хорошо, потом тебя убьют. 15 плюс 6, 21. Ну, они, ладно, мы тебя ждем за столиком, давай. Конечно, я тебя запомнил. Конечно, пойдем. Да они возвращаются, я так и поглядывают. Посмотрю, сейчас будем. Сейчас будет. Да, не хотелось бы мне, чтобы за мной гонялось столько головорезов. Надеюсь, у того парня много друзей. Надежных, которые смогли помочь. Делает какой-то знак. Я не понимаю? Понимаю? Какой тайный знак? Я тебе показал уже его. Я повторил. Просто повторил. Используй мозг. Это... За это есть пароль, а есть ответ. Я поняла. Отзыв. Ты повторяешь его. Ну, в другую сторону, да. Не то. Ну, она или догадается, или нет? Ты же заодно вперед это делаешь. Нет? Саша, как ты еще раз показал? Как все, не важно. В обратном порядке. Он, блядь, простите, перепутал вас с другими. Ну, что ты, откуда я знаю? Какой интересный. Ты не знаешь, нужно догадаться, ну ты смысл. В обратном порядке, да? Она уже... Нет, я повторила за ним. Да. Ты первый, что пришел в голову. Да. Это не то. Ответ неправильный. Наказание смерти. Второй раз нельзя уже. Да. Он говорит, извините, перепутал вас, простите. Ну какие у меня шансы были угадать? Такие шаг у всех, подумать немножко и угадать. Скажи, дружище, мы тут... А что он здесь находится? Случайно оказались? Нам бы, чтобы улететь, подработать бы надо. Не посоветуешь? Ну, чтобы вся работа так, прикрылась, мадам. Не, ну если вы хотите, может наняться к фермерам, там, влагу, пару сезонов поработать, может быть, пару тысяч настребете.
Ну, я вам скажу, работать на ферме – это тяжкий труд. Пока ты все это плюс. Другое, нет? Песчаные люди, что? Нам бы что-нибудь другое. Пара тысяч маловато. Чем более за такое. За пару сезонов. Да что там, поработаете нормально. Я уверен, у нас все получится. Знаете, здорово. Этот парень даже заряд из бластера в дом держит. Это я для тебя вот уважаю сразу же. Ну, может быть, знак уважения еще подумайте, вспомните что-то. Он не поможет. Слушайте, птю, птю! Опять кто-то стреляет. Твои кавалеры пристрелили друг друга в попытке выяснить, кто из них будет твоим кавалером эту ночь. Один, второй сползает дымящийся. Я стрелял первым, нет, я стрелял первым. Встала. Молодцы, мальчики. Я думаю, они посидят подольше. А как ваше имя, милейший? Как я могу к вам обращаться? Муздрф. 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 Для друзей просто мыс. Мыс. А раз уж речь зашла о друзьях, а могут ли случайные путники с добрыми намерениями найти в этом чудесном городе друзей? А у меня нет никаких тайных знаков. Нет. Ну, ты знаешь, там свой позывной, но он не похож на, вообще ни на что здесь. Капитан, и ты можешь спалиться, если он информатор, или какие-нибудь информаторы Империи увидят это, то проблем будет еще больше. Окей. Ну, тогда я сказал то, что сказал. Ну, он пожимает плечами, не понимает, что ты говоришь. Ну, или делал вид, что он не понимает тебя. Ну, ладно. Коммуникатор пищит тебя. Да, конечно. Кумлин. Я по частоте понимаю, что... Кажется, техник прорезался. Ну да. Да, да. Ты че? Ну это... Посмотрел я вашу ласточку, ребята. Ну, я вам даже скажу, готовьте 15 тысяч. Потому что коммуникационно сбито, генератор поврежден. Элероны уничтожены, маневровые накрылись, нужно делать новое напыление, сбиты редукторы, вот, и вам же еще пушку надо устанавливать, правильно? Вам повезло, что у меня на складе есть и запчасти, и это самое, все соберем в высшем разряду. Что ж, Ли, ну, может быть, ты знаешь, где можно заработать эти деньги? Это кому технику хочешь? Да. Заработать? Но он же местный, как местный. Везде охотники за головами, ребята, что сейчас заработаете вы? Сейчас вот они уедут и все вернется на круги своя, можно будет там поохотиться, там заработать неплохо можно. На фермах заработать тоже нормально можно. Очень хорошо. Так что делать-то? Так, подсказывать нельзя. Знаю я вас все, подсказчики. Все тебе подсказывать хотели. Это Саш. Да. А как можно, грубо говоря, обменяться комринками, номерами? Ну, просто частоту говоришь, все. Это я не думал, у нас у всех эта частота есть, да? Конечно. Ты хочешь кому позвонить, механику? Нет, я думал как-то оставить Барвенусу этот номер. Раз хорошо. Был. Могу? Я это делаю. Так, не начинай. Ли, ни о чем не беспокойся. Начинай ремонт. Ну, пока я аванс не получу, не начну ничего. Вернется. Поговорим. 3000. Я перезвоню. Да я сделал, говорит вам, дефектовочку. Приедете, посмотрите. Узнаете, что случилось с вашей птичкой. Если сами не знали. Сарказм. Пол-литра. Спасибо тебе. Рад помочь. Добро пожаловать. Прекрасный человек и мастер. Человек. Он все устанет. Не суть. В контине становится несколько душновато, потому что подтягивается еще несколько охотников за головами, и они отбивают мне мои лошади. О, девки, смотри-ка, что, какие... Просто, вот если взять Хана Соло, но сделать его, дико похавным, короче, такой просто есть. Омерзительный чувак, который падал. И что такие роскошные цыпочки делают в куретнике, типа вот этого. Пытаюсь вас приобнять обеих. Жалостно смотрю на Барвенуса. А моя палочка, она включается насколько громко?
Примесь, я включу. Ну, там будет и щелк. Что, застанете? Что делать? Бармен тут же сует ему кружку чем-то дымящимся. Он... О! Бог, лишка. Я вернусь к вам, девочка, все. Валить. Get the fuck out, это называется. Сейчас уберу. Я говорю, дружище. Подожди, это бармену раз, это, ну, что-то типа дымящийся какой-то ящерица напал. Женщина. Женщина приходит и уходит. Какая-нибудь работа будет. Я, Саш, не даю ей договорить, просто от танка увожу. Идите к спиду. Мы тоже идем, здесь мужчин найдем. Сейчас. Буквально надо. Дверь открывается, вы такие бам! И это там. Боба Фетт стоит. Ну плати. А я могу голову отвезти и отойти в бок. Ага. Это делаю. Ага. Слушай, ну мы же в плащах. Расступаетесь? Да. Саш, я наоборот, я голову им кладу и расступаюсь перед ним. Он пристально смотрит на вас. Причем ты утащил ее, вы отступили в другую сторону, смотрит. Проходим дальше. Валю. Сейчас видите, его спидер болтается. Где-то он. Нет. Ваш тоже болтается. А кто это умеет? Деталатор. Сейчас. Тебе бы пойти поговорить с главным по поводу работы. Где пиво? Тур. Пацаны, 5 минут, я быстренько оттуда, обратно. Посучись, вид ложу. А, его там ждут трое с носилками, один с топором. Ага. Иди, постучись, вид ложу, потом вид ложу постучится в тебе. Что-то мне не очень хочется стучаться. Мы никто из вас никак. И нас только что отпустили. На всю нашу команду. И они это видели. Работу мы здесь никак не получим. Давай осмотрим. Бочком, Саш, пройти. К тебе подходят двое пожилых людей. Они совсем пожилые, старенькие, одеты в белые такие плащи. Ты пошел за пивом. Да. Вот. И один молча протягивает тебе. Ну, похоже, банку из-под масла. Или, ну, да, знаешь, промасленная штука. Старый Хев совершил последний прыжок. Имейте милость в вашем сердце, чужестранцы, пожертвуйте на его похороны. У него осталось вдова и двое детей, и несколько внуков. К сожалению, он погиб. Какое несчастье. Это один из немногих оставшихся живых стариков нашей колонии. А, прикладываю. Я так вам сожалею, вы потеряли друга. Он был нашим другом, а еще это был один из старейших членов нашего сообщества. А теперь что случилось нету. С ним? Эти охотники за головами добрались до него. Наверное. Что им было нужно от несчастного старика? Они считают, что старики что-то знают. И трясут их со страшной силой. О, старенький сердце не выдержал и финальный прыжок. Тогда и вам здесь находиться небезопасно. Нам нужно собрать на похороны нашего друга. И... Много вам требуется? Угу. Много вам требуется? Слов не жалко. Все жалко. Я могу прикинуть? На похороны много нужно, конечно. Прям много-много. Ну, в пределах 100 кредитов, конечно. А, ну... Я думаю, сотню, да. Они посвящены твоей щедрости. Ну, так, чтобы никто не видел, аккуратно. Конечно, конечно. Прячу. Пожалуйста, будьте осторожны. Они здесь везде, и они... Мы вас проводим в безопасное место. Вы здесь подвергаете свою жизнь опасности. Ну, я вам сразу скажу, что мы ничего не знаем. Мы не из первых поселенцев, не из старейших. Потому что если вы думаете выявить у нас какую-то информацию...
Я просто хочу сохранить вам жизнь. А, благодарю вас. Если после этого вы еще посоветуете нам, где безопасно переночевать, будет вообще замечательно. Много домов пустует. Если вы не брезгуете песчаными крысами и всякими муадзибами, то, конечно же, вы хорошо проведете время в ряде мест, которое я вам укажу. Вы же не брезгуете тушканчиками. Главное, берегите себя. То есть удовольствие их, или... Угу. Ну, они разговаривают, что... Ты же не уходил никуда, все вместе. Потрясающе. Я за пивком ушел. Ты вернулся, пришел за пивом. Ну, мы дождались. Купил пиво, тебя кстати, не задирает, что ты похож на тандашанского охотника за головами. Коими здесь забито все. Ну, там, все, типа, там, не, принеси нам, не забудь там тоже. Да, давай, да, неси парень, ты, да, да, пиво и ушел на улицу. Ну, они счастливы сейчас, спасибо. С тебя 10 кредитов. Я подсрался, чего жалко. Мы дождали же его? Угу. Я просто думал, что он с нами. На самом деле, пока вы с ними разговаривали, он как гонял за пивком. Да. Вот, они тебя похлопали, а он, ну, хороший чувак. Жалко, маленький и худенький. Вот. Ну, по меркам гумариан все маленькие и худенькие, да. В принципе. Да. Ну, вы идете, вечереет. Они жарко, едем, получается. Душно. Ну, получается, что вы посадились их все в машину, а они вам говорят, куда ехать, точнее, в спидер. Угу. Или просто идете рядом с ними, там, они в спидере, а вы... Ну, там да, на четырех места нету, естественно. То есть, кто-то стоит, кто-то идет. Вот. До жилого квартала доходите. Ну, то есть, здесь везде домики, там уже свет загорается. Видите, дети возвращаются домой, там, кто бегали, пинали банк всякий, там что-то чинили. Ну, обычно такая возня вечерняя. Вот. Я вас поздравляю. Пришли? Они оставляются у дома, смотрят на вас и говорят, вот мы дома. А если хотите переночевать, то вон там вот три заброшенных дома подряд. Ну, эти идолы, короче, местные. Угу. Вот, смело пользуйтесь ими, наслаждайтесь, отдыхайте. Благодарим вас. Я отправлю сейчас ну, как раз нам и ночевать пора. Расходимся по домам? Не, в одном доме. В одном. Ну, в смысле, с будет... ними, они ну, к себе да. домой, вообще домой. Они переглянули, пошептались и пошли домой. Едете. Сели все в спидер, ты его завел, вы поехали. До соседнего дома? Да. Вон там три, свет не горит, туда нам надо. Где не горит? Саш, я достану, если что, винтовку. Под плащом. Вы медленно едете по дороге, поднимая такие бурунчики пыли там, все это кружится. А можно быстро ехать? Можно быстро ехать. Зачем быстро ехать? Ночь. И до вас долетает третья. Ты, урод, говори мне, то, что я хочу узнать, или я выбью из тебя. Потом, знаешь, кто такой, по мясу ударили. Давай! Проезжая мимо проулка, вы видите двух охотников за головами и какого-то чувачка скрюченного такого, да, недавно. Ноги ему, короче, чувачка. Девушку лупят. Говори, где? Саш, далеко от меня? Ну, нет, метров 20 надет, может, 15. Останавливаемся. Конечно. Спидер останавливается. Саш, я бы... Они вас не замечают. Подойти чутка поближе. Один поднимает этого... Чувачка, он весь ободранный какой-то, окровавленный, это человек, вот, в какую-то рванину одетый, там, она была когда-то белая, теперь она не белая, а потом бам, его об стену, что-то, ну, я так понимаю, как раз взрослый, взрослый, да? Есть, что? В возрасте человек. Ну, такой, средний возраст. Саш, чутка поближе подойти, за какое-то укрытие, достать винтовку, целиться... Ты же достал винтовку. А, ну, целиться во второго. Если я почувствую хоть какую-то агрессию, я их кончаю. И типа поболтайте с ними. Присел и жду. Саш, умно достал бластер свой. Ха! У меня почему-то тоже такое ощущение, что здесь не до дипломатии. Саш, вопрос. Я могу как-нибудь наверх пробраться? Сверху это все? Ну, это займет время. Так-то да, конечно. Окей, тогда снизу осматриваюсь. Никто не следит за этим. Не прикрывает ли их кто-то? Они абсолютно убеждены в своей непобедимости. Ну, тогда прицеливайся в них. Если все-таки захочешь поговорить, я бы тоже не советовал. Уверен, что ты с могилой. Саш, я же медик. Я могу подождать, если они захотят его убить, я сразу и кончаю. Они выковачивают из него данные.
Говори, зуроды, давай, говори. Ну, прям давайте включение за приличие спросим, что здесь происходит. Саша, а они оружие не достали? Нет, в кобуре болтаются бластеры. Джентльмены, я прошу вас остановиться, что здесь происходит? Они сразу разворачивают к тебе и он пьет тебя бластер. Саша, подожди. Ха! Руки в гору, мадам. Прекрасные воины, зачем так сразу? Я стреляю. Они достают бластер, я стреляю. Конечно. Прекрасный воин, Ну я хотел, ладно, попробую. Смотри, девятка и плюс еще сколько у меня там? А, ты промазал. Тройка. Отличный мастер. 13. Мимо. Ну, мимо, конечно. Так, давайте, кто стреляет? А, ну стреляет, конечно, из ваших нос. О, 20, да? Смотрите, учиться. Он... Что? Диалог закончился. Ну, он... Ты начала говорить? Я думаю, он пытался бластером, после того, как он влупил по ним, но не попал, тут ваш рот такой... Пиум! На мой взгляд, тут падает в плечо, тут дырку, взрыв, он упал. Так, развернулся и... А вы вытаскиваете оружие. Сюрпризный раунд. Время удивить. О, прекрасно. Давай. 17. Бросай дальше. Сделай ему приятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Слым. Ну так. 8. Ранило в мурчало. Пиу-пиу. Ау. Короче, броня его сейчас все равно проглотила. 6 плюс 6. Ну нет, конечно. Нет, мимо 12. Инициатива. Так, я еще не стрелял. А, ну давай. 8 плюс так. Нет, забудь об этом. Вы не тумбатант, а у него броня. Короче, у него 22 инициатива. 22, это ужасно. Ну он тренированный охотник за головами. Пусть даже и. А мы один на всех, да, или нет? Нет. То есть я к тому, что его самоуверенность зиждется на том, что он профессиональный ганфайтер, а не мальчик для битья. Вторая. 8. У меня десятка. 10 перебил его. Сак, мам. Так. Боже, в кого? Тебя, конечно. Попал. Вестимо. Не может быть. Как это можно произойти, да? Вот тебе на 12. Ты злой. А я теперь... Что больно. А в грудь прям, блю, дырка в броне, ты сильно падаешь. Сильно больно. У тебя минус 2 там, по всяким. Видите? Ага. Ваше действие. Стреляйте, я последний пальдом. Угнот стреляет в него. Пфф, не попал. Давай. Давай. 19. Попал. Один. На 7. Так, ты его тоже ранила. На 8. Да. А где он страдает. Ответочка? Давай. Ты попал в меня, но я попал в тебя. Отважный. Отважный смаглер. Давай. На тебя на 12. 12? 12. Забудь. 20. Чистая. Добивал. Убийца. Что ты сегодня криты прям кидаешь? Там дайс подпилю, что ли? Саша, ты там или крит, или двойки. Просто вгоняешь ему болты лазерные, даже чистой энергии, промеж глаз, и падает. Ха-ха, раскрутил еще бластер, трандашан ставил. 20 урона. Можно было не бросать? У меня карабин. Ты его разнес просто. Я карабинер, Саша. Дуешь на ствол. Так-так-так. Баунти Хантер сползает. Мертвый. Убили. Второй, Саш, я целюсь в него. Он еще жив. Он приподнимается, смотрит на вас. И... Только да, посмей. Ну, да ну нафиг. Я не смей. Не плачь, чтобы я убирал. Он видел нас. В любом случае он нас бахнул. Запишите себе по 150 СП. У вас там что-то 500, по-моему, было. А расти очень. Скоро уровень. Спасенный вами мужик прыжок. Спасители! Бросается к вам. А пытается обнимать тебя. Спасибо тебе.
Отважный трандашанец. Он меня обнимает, но я все равно расцелюсь за того человека. Молодец, молодец, парень. Ну, то есть ты вот, типа, мышами себе... Знаете, пусть меня обнимает там за спину, за плечо, плевать, я просто... Так второй этот убежал, что ли, ранее? Нет, нет. Он его держит на стволе. А, держишь? Оружие у него убери. Парень, там кто, кстати, что за раз? А можно не я? Я лежу с дыркой в груди. Короче, ты, смотри, сидишь. Ты же стрелял у него? Я иду, оружие у него... В общем, это человек... потасканного вида, у него свалявшаяся борода, грязные, ну, у него есть грязный и вонючий, ты понимаешь, что там местный алкаш похож. Слушай сюда, человек, одно твое движение и твои мозги по всей стенке. Ты спасенному он... говоришь? Да. Не, не спасенному. Это я спасенный сейчас писал, тут охотник за головами. Ну, я про него говорю. Тут, я понял, понял, дружище, давай не паниковать, мы можем договориться. Я конечно. Я отпинываю его оружие. Деточка, это ДЛ-44, он денег стоит, не надо его пинать ножищами. Уру-ру, что-то нормально, договоримся, чё сразу вот это делать-то, я не понимаю. Чё вы? Чё надо? Это вам чё надо? Чё прикопались к дедуле? Ну, он типа может знать там, где этот... Так, сколько секс? Твоя голова стоит? Блисекс. Что, моя голова? Да, твоя голова сколько стоит? Ты чё, сынок, мою голову хочешь, что ли, получить? Мою голову получим? Нет. Только империя... Я не хочу получить голову, я хочу получить деньги за голову, чтобы ты ее сохранил. Он задумался. Ты дурак, что ли? Ты даешь мне деньги и хочешь своей головой. Понятно? А, ну ладно, что ты сразу сказал. У меня много-то сейчас пока нет, нам ничего не заплатили толком. Нажали, мы найдем этого старикашку, и мы такого ха! И потом... Да, и все будет нормально. А что за старикашка, что за работа? Да, говорит же этого кекса, мекса, бликекс, говорит. Сейчас я посмотрю, он сует руку, ты прям чудом просто. Да подожди, просто здесь написано. Достает это в сторону. Вон он. 2 граммка. Вот. И вы видите 2 граммку. Ну вы ни разу не видели этого Олекса Блисикса. Вот. Это он, и эта 2 грамма была сделана примерно как фото 15 лет тому назад. Ладно, еще 10. То есть он еще не... Это, он там крутится, он такой в форме имперского инженера, соответственно. Там у него много это, то есть он... Еще немножко чуть ли не мофом станет. Вот. То есть высоко востребованный специалист в империи. И вот так низко упал. Да, видели, вот этого хмыря. Ну, короче, Боба пообещал просто тонны кредитов вообще за него. И вот все выищем. Вот этот старый хмырь, все этот алкаш, он место, у него ухо к земле он держит. И я хотел просто расколоть его немного. Мы нормальные ребята, клянусь, просто потрясли бы его малёшкой, отпустили бы. Чё за бластеры было сразу-то хвататься? Ну вы чё, дураки, что ли, вообще? Неадекватные, что ли? Поговори ещё. Ну знаешь, наверное, всё же попутали. Попутали? Бывает, бывает. Ну все это... Мы. Ты, главное, не попутай, денег-то дай. А, да, о, у меня есть немного, конечно, держи, братан. Только я отойду, ну ладно, а то ты меня сейчас завалишь своими бабками ещё. Вот, держи. Типа, бросает и бежит в аллею. Стреляешь ему в спину? Я хотел бы, но они меня будут потом месяц гнобить. Ты что, с ума сошел, стреляй? Да? Конечно, нет. Он нас видел. Нет, я не стреляю. Он выкупил свою жизнь. Да. Он убежал. А вы стали богаче на 1200 кредитов. Кто запишет? 600? 600. Держи. Папа. Какие 600? Ты еще 15 таких утырков? Вот у нас в кармане. Ты как это рассуждаешь? Еще не факт, что он нам все отдал. За одну бабушку. Серебряная, а 10 бабушку, жару. Так, их не жалко. Не мы только что видели, чем они тут занимаются по пьяни. Осмотреть тело, осматривать и быстрее бежим отсюда. Да, кстати, да. Поискать второго. Ну, когда из трех раз охотник за головами, у него есть бластер. Тоже. ДЛ-44, естественно, у него есть. Вот. Классный тяжелый бластер. Вот такой вот. Ну, он денег стоит вообще. Продать. Можем это тело закинуть куда-нибудь? Да, мусор. Конечно. У него есть броня. Угу. У него есть нож. У него есть вот это вот датапэд его, куда он вставлял карту. Ну, там, видимо, какие-то еще, зачем он там охотится. Ну, типа премии. Угу. Вот. И нагрудник, что он член гильдии охотников за головами. Которая зарегистрирована аж на Наршада. Вот. Возьмем эту штучку проигрывателя, на всякий случай. Может, лучше выигрыватель возьмете? Что будет? Выигрыватель. То есть, проигрыватель, это будет взять выигрыватель. Налички нет, ничего? У Жмурика? Да. Да, конечно, еще 800 нашли. Отлично.
отлично. Куда Саш, пишем, в общак? Тело скинуть куда-нибудь можно где? Спрятать чутка? Там да, в мусорку, да, в домик? Конечно. Ну, в домик вряд ли там люди, ну, то есть там, типа, люди живут. А. Здрасте, вам не нужно дом проходить с головами? А, ухожу, если проглядиться, закидывай. Так, нужно раздеть его полностью, чтобы они не вышли по внешнему виду. И можно сейчас есть. Саша, получит темно же, да? Он не особо меня видел. Хорошо. У бедолаги побитого нормально все? Да, тихо. Все при, возле вас приплясывает, спасители. На спидер и в дом. Мне нужна помощь. У тебя большая харизма? Значит, пытаюсь тебя поцеловать. Такая... Ой, прости, так, мне так очень больно. Так, можем спокойно, тут она умирает вообще. Да кто от бластера-то умирал? Ладно себе, а... Брошки, заводи спидер, валим отсюда. Давай, беги домой и не натыкайся больше на голову. Какой домой? Спасибо. Стоп, стоп, стоп. Ты нам нужен? Понял. Сорвался. Поговорим, потом уйдешь. Ладно. Ты сейчас небезопасно, с нами поедешь, не волнуйся. Да, конечно. А выпить у вас нет, ребят? Нет выпивки. С собой нет. Ну, ладно. Возможно, да. На корабле есть. Как тебя зовут-то, болезный? Сальбри. Сальбри? Сальбри. Но друзья зовут меня Лабрия. Я? Лабрия. Когда он улыбается, вы понимаете, что он все-таки не человек, а гуманоид. Угу. То есть... Есть вот эта вот раса тоже, типа, рота людей, у них вот такой вот рот, и здесь он так уходит вверх. И вот он, когда раскрывает для лук, там такие зубы сердечком. То есть он парень с сюрпризом, короче. Так себе посылочку вышел. Ты рассматривай вариант с ним. Засадцы, так сказать. Он рассматривал. Да. Кстати, нож я беру себе, это мой трофей. Кого? Нож? Без да, проблем. Хорошо, забрал. Какой там урон? Огромный. Невероятный. Потрясающий. Да, 8. Да. 1. Хорошо. Забрали лабры с собой. И куда-то едете. Он весил ноги со спидера. Говорит, классно, с ветерком прокатится. Стучит, какая клевая тачка. Давай, гони. Едем, мама, едем, хорошо и быстро, так, слушай, едем. Ты что, хочешь еще такую же парочку на свою голову? Второй, а я с вами, ребят, ничего не боюсь. Сейчас еще выпьем немного и пойдем этим фитобобу рожу начистим. Ты благодарен нам за спасение? Конечно. Тогда благодарность, пока помолчи. А. Понял? Понял? Плачу вам не за это, не за ля-ля, а за бомжи. Не могу, я понимаю, боже. Бедный Лабри, ты столько лет служил сообществу, ты был пилотом, летал, теперь тебя никто не любит. Ты что, не понимаешь, не пока мы слушай, едем, братан, мы же тебя не слышим, то, что был, ты говоришь. Слушай, братан, военным был. Ёкаломане, братан, я служил во флоте. Далекий, славный, не знаю, война. Баклады, баклады, лаклады. Блокады. Ну да, Баду, Ману, Набу. Я помню, вот на Набу, да, у меня даже, блин, награды, я, принцесса мне вручила, а я ее пропил. Летал и пропил. Никто не чтит ветеранов. Я не никому мы не должны брать. Только ты меня, ящерка, понимаешь. И вся улица слышит. Он нашел себе верного друга, конфиданта, и вываливает в ухо там свое откровение, что он воевал, ты понимаешь, за них проливал, а они его вышвырнули. Все эти принцессы, и вообще, это просто грязь. Вон, вы все настоящие ребята, всех вас люблю, короче, пытаются поцеловать вас всех. Очень мешает и руль, что там лезут и пытаются в затылок поцеловать, и там кашель прям, вот то, чего не хватало твоей поездки. Атмосфера с элементом легкого амбра.
Сувенир с Татуина. Ну, запортовались мы дома, конечно же, да. Точнее, одного из трех. Ну, это порушенный вот этот идол. А спидер можно как-нибудь спрятать? Ну, или за... Лабрис, он жрется? Вы бездомные, что ли? Это мой дом, да, спасибо, что привезли. Я здесь жил, вообще. Теперь... Да. Видишь, как удача. Что ж... У тебя какая внешность? 14. И у тебя что, деревянка у тебя симпатичнее? Вот, он же, к сожалению, может быть только у короля одна королева. Лабри, у тебя нет дома медикаментов и придержу Ранусы. Тебе бы, девенька бы, в Бакту бы залечь. Я знаю доктора, который может тебе помочь. Наверное, ночью мы его не найдем. Да найдем, чё. Да я сразу понял, что вы такие непростые парни. Значит, ты шуршал у вас тоже, тем более вы с этого же тоже подняли. Ну подняли же, ну что там, подняли? Конечно, брат. Вот. Вы подняли, и я подниму. Ну, то есть Бакт нормально, все будет хорошо, ребята. Бакт это хорошо, Бакт это уважаемо. Ну, вам наверняка нужно подлечиться, да, починиться. Тебе нужно починиться, ящерка. Ага, Пивкон вот. И Бакты. Пикто и Бафта. Пикто это хорошо, очень хорошо. Хорошо? Хорошо. Тогда нам вот, он тебе пытается объяснить. Ну это классический уличный док. Вот. Сарай какая-то, шаланда. Вот. Возле нее стоят два жестоко модифицированных протокольных дроида, только с бластерами. Нужна устраивает. Зовите цель вашего бип-визита. Поход к врачу. Does not compute. Назовите цель вашего визита. Оказание медицинской помощи. Проходите. Ну вы заходите внутрь, там из серии сидит мужик с топором в голове, а у него спрашивают, что в детстве не болели свинкой, корью, простудками. Там один медик или несколько? Там, ну короче, Шенрон не драл, это уличный доктор, классический. Трупы лежат в повалку, кто-то ждет очереди. Сразу понимаем, к кому мы пришли обратиться. Ну, там есть рецепция, на рецепции или стоит просто... большая крупная мадам. Это, знаете, ну это человек, но она прям монументальная. Смотрит на вас, смотрит на нее. Буристра. Здорово. Есть свободная бакта? Деньги есть? Конечно. Бакта есть. Огласи цену, милочка. Комиссия, ты смотришь с омерзением, милочка. Ты животиновые ящерицы. Успокойте свое животное, пока мы не это. Ух! Не обращайте на него внимания. Короче, 50 кредитов за час бакты. А надо? Ну, в среднем ты восстанавливаешь где-то один виталити за час в бакте половой. 10 часов. А там можно спать в половинке? А, вон, да, как восстанавливаться? Очень плохо. Не там? И там же тоже, да. Ну, долго. Но у меня... Мне на 10 часов. Скажи мне, какие у тебя цифры. А, максимум виталити 6 и 10 вунды. Я в 4 вундах. То есть нужно поставить 6 виталити и 6 вунды. 6 вундов. Ну вот она тебе что говорит? Ну это, вы ранены? Очень. Вначале вам нужна медицинская операция. Наш доктор окажет вам. Тут стоит 500 кредитов. И потом вам нужно на 10 часов в бакту. 1000 кредитов. Итого. Итого. И все будет хорошо. Я так понимаю, это единственный вариант. И ты едешь? Нет. Нет, я тебе как доктор говорю, да. Ключ к хирургу, а потом в бакту. Мне на 10 часов в бакту, пожалуйста. На, принимай твои деньги. Что ж, рады иметь с вами дело, жеватели. Какие-нибудь, ну, типа, снотворные, успокоительные вещества, правильно. Ха. Правда, не в бакте, довольно травмирующий экспириенс, потому что заперт. Ну, это барокамера, представляешь себе, да? Беру. Хорошо. Еще 50. Я тоже беру. А вы продаете медикаменты? Да, конечно. Вот, что вас интересует? Я тоже в своем роде медик. Я сразу на нас посмотрел и понимал, что мы с вами коллеги.
когда ты оказался платежеспособным, причем хорошо так платежеспособным. Мне все нравится. Да, это просто и милочка нормальная, и вообще. Ну и что, что слизистый, зато там чешуйчатый, зато человек хороший. Что насчет какого-нибудь походного набора, типа аптечки? У меня он есть. Могу тебе дать еще один. А у тебя их два? У меня их два. А так, любой каприз за ваши деньги. Я пришел в сокровищницу. В общем, тебя препарирует доктор. Ну, в общем, тебя укладывают. Ну, ты точнее, стоит сторожить их доморобки, я понимаю. Вместе с маленьким угнотом и синтеризующим быстрым крошом. У него началась фаза отходника, он сидит просто. Выпить, блин, ломает, ребята, выпить. Может, я пойду, а потом стыканемся? Потом стыканемся, ребята. Он в спитре сидит. Стыканемся. Стыканемся, ребята. Ты правда устал, не могу. Пустите меня домой уже. Ну правда. Все уже, понял вас всех. Ужасно надо идти. Лабрю устал, нужно. Я перед уходом это. Если что, можешь нас это забрать утром, через 10 часов. Меня и ее. Пожалуйста, ребята. Через 11. Лабрю спать хочет. Нужно встать, поспать, чтобы завтра иметь силу, чтобы выпить. Саня, нельзя. Может, мы сейчас пойдем выпьем, а? Пойдем выпьем. Выпьем. Выпьем, да, выпьем. Выпьем и поговорим. Поговорим и выпьем. По-моему, идеально сочетать. Конечно, конечно. Выпьем и поговорим. Поговорим и выпьем. Выпьем и поговорим. Знаешь, где выпить? Угу. Туда, туда, туда. Прямо направо и направо. И куда это мы прибудем? Ну, мы там с дружками выпиваем. Отличное место, недорого, и нету почти охотников с головами там. Не случай, а. Ну, типа для своих там тусовок. Чтоб все эти страны не заходили. Ну, базуль, вы мои роднули, я готов за вас поручиться. Там. Вас я жду всегда там. Поедем, припьем. Поехали. Ну, это классическая помойка, разливайки там, я не знаю. Вот, и синий абориген, они потребляют разные напитки. Но в той или иной степени там алкалоиды, опиаты всякие и прочее, то есть всем дико весело. Сальпер, так. Он сразу заказывает кувшин чего-то, что стоило тебе аж 50 кредитов. Разливает маленькие такие стаканчики. Тубусы, блин, это стопические. Гипервентилирует. Наливает еще. Ты куда, Азин, ты куда? Первое, второе, не важно, это пойдет и все. И поплыл такой, ради войны, наши жители, миленькие, найти вас буду. Кажется, то, что выпили, даже алкоголь назвать невозможно. Это газированная ослиная моча с 80 там, оборотами, блин. Удар в мозг сразу же и бурление в организм. Давайте форстил чек, конечно, сейф, конечно. Погнали. Мои маленькие алкоголики. 12+6. Отлично. Ты чудом сдержал и еду, и не отключился. Форстил. 17. И сколько? Да, плюс сколько? Каста? Форт сейф. Фортитюд. Спас-праски. А, пришло. Ну да, да. Чудом удержал все. Жизнь удалась. Ты бодрая и весела. Просто... Я не первый раз в таких местах была. Я вам говорю, что... Вот. Что они у тебя узнать-то хотели? Эти двое. Они думают, что я знаю, где находится близко. А ты знаешь? Я не знаю. Ну, я знаю, кто знает. Да? Так получилось, дружище, так получилось, все знаем, может, знаем. Ну, это не важно. Ну, по тебе ж понятно, ты ж такой умный, все знаешь. Вот нас теперь знаешь. Форстил, конечно. Погнали. 8. Итого. И сидишь. Все. 9. Нет, мы только вдвоем хлопнули. Сейчас. Окей, он сидит. И посинел. Тебе их и нести. Замечательно. Бонжурте. Кто-то набухался. Я думал, за браку вышли наливать.
Как удобно, когда пилотов партии два, правда? Три. Ты молчи, ты вечно то в тюряге, то в бахте. Тебе наливает, себе наливает. Но будем здоровы. Я хочу блефануть, можно? Хорошо. Блефанул ты, блефанул. Я тоже что не поняла. Поэтому мы дойдем, если блеф не пройдет. Не, ну как вариант выхода из ситуации? Блефанул. Сколько, прости, получилось? 9. Отлично. Тебе еще не пусть, а теперь фуцида. То есть ты выпиваешь, конечно же. Не, я хочу мимо это пролить. Не получается. Не получилось. 14. Плюс сколько? Плюс 0. Нельзя мне пьянеть. Поплыла все. Вот дальше начинается какой-то лютый расколбас. Вы поете. Естественно, караоке — изобретение сатаны. Вот. А ты показываешь какие-то дикие пляски, причем с холодным оружием, вот, жонглируешь им. Танец сатанами. Вот. Смотри, смотри, рога у него тоже отлично танцуют. Планируешь с бластером. Вот. Лабри уже просто синий абсолютно, в дымину. Он за вами просто ходит, как бы ты решил, что хорошая идея водить его на веревочке. В принципе, он даже согласился, то есть просто ведешь его. Вот. Приходите у себя, холодно, голодно. Вы сидите на крыше какого-то здания, причем в обнимку. Вот, светает. Черт, я пропускаю все самое. Нету спидера, нету бластеров, нету ножей. Нож был у меня. Хорошо, нету. Чего у тебя было интересного? Нож, бластер. Нету ножа, нету бластера. Нету ключей от спидера. Нет ничего. И голова, моя голова! А, что происходит? Лабри, что мы пили? Лучше вам не знать. Так. Я уж так и понял. Полностью вылечились, ты восстановил 4 вунды. Чё так мало? Плюс 4. А ты что, все вундов? Мы же заплатили за все. Хорошо. All inclusive. Сейчас, ну, тебе восстановили это и... По полной. Да. Так-то да. А то. Я же понимаю, что у тебя маленькая виталити. А передайте, пожалуйста, эту стёрочку. Отращивай виталити, и все будет. Ну, как у меня, большая залица. Да. А где мы? Сидим. Вы сидите на крыше. Ну, то есть она, крыша круглая, вы сидите на очень узком пятачке над бездной. Так, тебя я знаю, это уже неплохо. Нет, ты не знаешь, это нет. Нет, ты с этого. Лабри? Лабри. Он зутер. Нет, ну, как бы, есть у меня вопросы к политическому строю, конечно, имперскому, но в целом гораздо больше порядка, нежели чем при старой республике. Братан, слышь, а где мы? Интересно. Мы в обсерватории, но почему мы на крыше? А это не твой там спидер припаркован? Он прям в обсерваторию запаркован. О, нож! Конечно, а что ты как так паркуешься? Ну, я немного. По-моему, уже тоже молодцы. Тебя посещает видение, что она вам с криками, да я пилот, да эти штуки я пилотировал с детства. Вот, вот такой, строили забег смерти по узким улочкам Мосайсли, сбивая там гражданских, всяких там животных, патрульных, штурмовиков и кого-то тянули. Это была ты, я уверен. Ты. Похоже. Меня папаня так в детстве учил. Я тоже так. Лабри аккуратненько сваливает с крыши, аккуратно заднюю сидушку и пытается... Да, я потом обсудим. Так, а где остальное? Наверное, там, в спитере. Давай спустимся и проверим. Клаймп? Нам надо туда. Или джамп. Или джамп. Что из этого выберете? Клаймп? Давай. 15. Спусти. Опасливо, безопасно. Вот это сделал. 7. Из скольки? 7 плюс сколько? Плюс 0. Отлично.
Вот тебе на 3. Виталий. Точно. Страдай. Страдай! Да страдаю я, страдаю. В общем, она красиво упала на капот и разбился нос. Ой. В принципе, он красный, так. Вот я имею в виду. Продолжаешь. Чего продолжаю? Короче, действительно, ключ зажигания на месте, вот, и увидеть, что вы раздавили робота-охранника. Собственно, единственного всей обсерватории, поэтому не было вызвано ни охраны, никого. Запчасти возьмем. В принципе. Мало, что ли? То есть вы разбираете этого робота, трясете его. Зачем? Просто у багажника. Продать его. То есть ты сдаешь назад? Нарушение, нарушение, нарушение. Банк, эта железянка сразу оживает. Я по нему убью. Там должен обломок быть по-любому. Да. Я ему обломком бью. Ну что это, бластер? Сейчас мы койки сдавать будем, я чувствую. Бип тебе в живот. Стоять! Бип-бип. Бип-бип. То есть он приподнялся? Да. Опуститься пониже? А что ты быстрее делал? Быстрее, конечно. А что у тебя брони? Дефенс. Наверху справа. Дефенс? 15. Да. Ах, твое плечо. Кинь сейф. Фортитьюда. 16. Плюс 0. Немножко потрясло тебя. Он хотел тебя оглушить, но его раздавили. Слушай, а я ж проснулся. Бодрящий трешок. Прыгай. Мы сидели и поедем отсюда. Он вызвал кого-то. Ну что ж, подразвец. Ну это хорошо. Хорошо, вы за ним едете? Вы с ним связываетесь? Мы проснулись. Да, естественно, вы прошли полный курс. Пока вы отдыхали, они вас там помыли, побрили, ароматизировали, вы просыпаетесь, такие топчаны огромные, мягкие, вы лежите в полотенцах, какие-то, даже вот нюхать страшно, так приятно все пахнет, там, я не знаю, все расчесанные, причесанные, ухоженные, просто, это рай. Потрясающе. Я так понимаю, мы встречаемся где-то в коридоре там? Да, конечно. Больнички. Не звонил наш? Я еще не звонил. Это ассортимент, я бы хотел осмотреть. Как вы могут мне предложить? Это прекрасно. В одном всего медпаки, медстимуляторы. Мне больше интересует другое, снотворное там. Есть. Сколько? 100 рублей за одну дозу. Это 2 дозы мне, пожалуйста. Они тебе с удовольствием предоставляют, потому что вы прекрасный клиент, вот, пожалуйста. А, еще дают вам серебряную карточку. 15% скидки. Есть такая штука. И сразу полегче. Нет. Печально. Это шприц снотворное. Да. На кого действует? Да. Что? На кого действует? Снотворное? Да. На всех? Нет, ну на всех одинаково. Там по кого-то меньше, кого-то больше. Саш, могу снотворное в разгрузку кинуть? Да, конечно. Давай тогда пока позвоним. Кому из них ты хочешь позвонить? Даже не знаю. Я позвоню ли Ане в своей лотессе. Так. По ней видно, что она хорошо провела? Она картинка не включает счастье. Привет. Энергичный голос, неестественно бодрый. Как дела, заберете нас? Да, конечно. Через сколько вас ждать? Ну, сейчас, скоро. Ну, все, отлично. Ждите, будем. Все будет. Окей. Они уже все. Ты ему будешь? Ладно. Ага. А где сейчас, ваш? Давай взорвем входной переулок. Угу. Надо посмотреть, что у нас вообще есть. Багажник открыть, по сидушкам полазить. И где наше оружие? Все, наше. Наше все. А и где наш кунка? Нет, кунг с ними остался. С ними остался. Да. Вы перерыли весь спидер, но ничего не нашли. Mm-hmm.
Так, надо колоть этого чувака. В смысле, он пустой или в смысле ничего нового? Ничего. Они хотели найти свои вещи, оружие, там, деньги. Но... На вас остались оранжевые комбинезоны. По-моему, неплохо. Красный спидер, красно-белый, оранжевый комбинезоны. Мы где-то молодые. Да. И молодые. Надо будет вспомнить, где мы были. Где же вы были? Я думаю, он помнит не больше нашего. Помнит, куда он нас привел? В обсерваторию. Мы это поняли. Да, нас привел куда-то. Где мы начинали? Где продавали пойло? Пойло? Помню пойло. А где? Мерзотное. От больницы. Прямо. Направо. Направо. Это я помню. А где больница? Не помню. Это уже другая история. Давай столкаем с Альбрию. Я это предлагал. Давай растолкаем. Растолкаем. О, нету Лабри, вот ничего себе. А куда он делся с заднего сиденья? Да, он так не может взяться. Лишь кожаная вот эта вот тряпка напоминает о его существовании. Типа, когда он накрылся, да, не мешать ему спать. Его ветром сдуло со спины. Надуло его ветром. На самом деле, не «Звёздные войны», а мистический триллер. А был ли вообще это Лабри? Ну вот, а мы так хотели свести маскота Бобра. Вытрунный дружок. Его сейчас под спидером нету? Нет. Хорошо. Прямо небольшой перерыв сделать. Да. И как раз вы подумаете, а бедные несчастные зрители немного отдохнут от этого безумия. Это раз безумие? Конечно, ужасно. Как начало. Все, тогда перерыв небольшой, мы вернемся. Обязательно. We will be back.